pretending to be a man. Alan, are you a cow? What? No. Палево! Палево, у меня есть личная жизнь, и со мной разговаривать по телефону. Нет, это дом управления. Это... Hi, babe. Yes, I am real man. You wanna go skateboards? Real man. It's Wolves 30. Somebody kill me! It's Orphan Time! Actually, it's Wolves 30. Somebody kill me! The orphans, they're all dead. What kind of man would do this? Ага. Стрим. 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 Эх, Киви-то забыл написать. Ладно, сейчас мы начнем. Сейчас мы начнем, а потом уже будут всякие штуки. Новый микрофон, спрашивают люди. Нет, не новый микрофон. А вот проблема абсолютно старая по поводу... Кстати, что-то у меня iPad не ловил. У меня сегодня iPad не ловил Wi-Fi, поэтому... Мы без чата... Что? Мы без чата? Мы... Я без чата. А он и нет. Да нет, конечно же, нужен. Зачем я еще сюда прихожу, ежели, нежели. Так они и жили, ежели, да нежели. Так вот, сейчас начнем потихонечку, друзья, тихо. Тихо, в смысле... А можно и не тихо, хорошо. Голос прокуренный, говорят люди. Нет, не курю и вам не советую, собственно говоря. Ужасная, ужасная штука. И мы без чата, похоже, да? Да, это что-то похожее на интернет. Какого черта? Дай посмотреть твои легендарки, говорит человек. Ну не в первую же секунду стрима будем легендарки смотреть. Ты ж... Ладно, погнали, анонс ВКонтакте. И, в принципе, уже можно и... Делаем анонс. Раз уж на то пошло. Если мы его, конечно, смотрим. iPad, ты меня подвел, и как бы уже стрим я начал, поэтому как-то уже и не очень культурно было бы что-то с этим делать. Хорошо, делаем анонс. Пишем штуку сюда. Смотрим, что картинка не загружается абсолютно. Хорошо, загрузилась. Загрузилась, рекаст сюда, подкаст туда. Господи, что с планшетом-то делать? Как чат читать? Чата нет, хардстоуна нет, штуки нет, никаких штук нет. Да, киви нужно еще на экран написать. Друзья, всем привет, мы потихонечку начинаем. Я не знаю, что делать с чатом. Можно, например, обнулить арену. Было бы неплохо начать, например, с этого. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня уже, хотел сказать, вторник. Ну нет, уже четверг, поэтому крепитесь, рабочая неделя подходит к концу, каникулы ваши тоже подходят к концу, скоро опять на учебу, поэтому каждый день проводи так, как будто это последний чибургер в твоей небесной Вальгале. Куда нужно писать штуку? Да, у меня появился киви, праздник на улице Дерибасской. Бум, бум, все, красота. А, хорошая погода, поэтому кто-то стал бакалавром,
где новое оформление? Новое оформление немного появилось в информации стрима, в описании стрима. Но еще не до конца. Новые смайлики тоже как бы немного добавились, но еще не все до конца добавились, поэтому... Стрим в состоянии ремонта находится в данный момент. Аккуратнее, не заляпайтесь. И я не про стрим, а просто не заляпайтесь, когда будете делать дело. В общем, да. Вот это шутки сразу поперли. Новая потасовка, в которой я один раз сыграл, не выиграл, потому что меня 10 крошерами, конечно же. Крушами. Давай сделаем дейлик, получим бустер. Ну, не дейлик, но, в общем, да. Собственно говоря, сыграл я, естественно, за Лучезарную, которая в центре экрана, в центре нашего внимания. Лучезарная Валира. Нет, ее не так зовут, не играл в Хардстоун уже 3 недели, поэтому не помню название. Бондарчук, Севастополь, Скарлетка, Сидоренко, Валира, Пень-колода, Жонглер... Седой мужчина и Петька. Ладно. Ну, вообще нет. Наверное, шаман. У всех как бы на этой неделе, собственно, да, у всех в колодах тенетники и немного своих классовых заклинаний. Возможно, шаман будет хорош, потому что за счет тотемов можно что-то будет выигрывать. Давай посмотрим. Свидетель летала. Да, добавился смайлик свидетель летала. Господи, я сидел, рисовал смайлики до 5 утра. Я не знал. Я добавлял кучу всего. В принципе, можно поразвлекать немного народ тем, что... Я пытался сделать кучу всего. Ничего не получалось, потому что... Потому что, блин, в разрешении 28 на 28 пикселей... Ничего нормально не выглядит. Я хотел сделать One Punch Man. Так, нужно как-нибудь в центр экрана, может быть, нет. Я хотел сделать One Punch Man, а теперь просто панагеха, которая никуда ее не девать. Поэтому буду на стриме ее показывать. Я, блин, хотел сделать, что, блин, за неуважение. Какой-то только ты очень большой. Он тоже в 28 на 28 стал никакущим. Я хотел сделать... Что еще? Лемонграба хотел... Для Манграб вообще нет. Короче, много хочешь, мало получишь. Можно длинные смайлы делать, говорит человек. Окей. В общем, да, свидетель летала, я доволен, в принципе. Немного мне... Зов предков. Что? По-моему, шаман немного не очень с зовом предков. Великолепная рука, и мы сейчас будем... делать штуки. Надо с чатом что-то разобраться. Утопил, блин, айпо... Как я стрим назвал? А стрим название не поменял. Ах ты, дурачина, название стрима утопил в супе. Название стрима-то не поменял, глюпи! Хорошо. Ну все, смотрим на великолепные, заманчивые, тенетниковые войны. Богоподобная рубашка в Хардстоуне будет в следующем сезоне. Если кто не видел, сейчас я, может быть, попытаюсь ее как-то воспроизвести. Говорят, можно удлинить смайлы. Удлинить смайлы. Мне понадобится эта функция. Twitch, пожалуйста, лично со мной свяжите. Свяжитесь, пожалуйста, Twitch. Вот! Балансика немного поперла, поэтому мы наваливаем. Ну, раз... Нет, сначала надо было ударить, потом посмотреть, что... Сойдет и так, сейчас друида-то заковыряем. Ладно. Поясни за мудрость дня. Ну, я позвонил невесте, и невеста сказала, и вместо невесты трубку взял батя и сказал, что теперь... То теперь он со мной встречается. И... Да! Если вы еще не видели этот режим, он немного... Как бы это сказать? Несбалансированный. Ну, точнее, эта потасовка. Как и все потасовки, которые были до этого. Еще выкладываем двух тенетников. Рука победителя. Нам бы Газрилу еще.
А то что-то как-то по легендаркам просаживаемся, конечно. Будет по темпу просядем, по легендаркам просядем. Конечно, не хотелось бы. Но друид себя некрасиво ведет, потому что мне нечем добить. Седаспин, патриарх, конечно же. Нет, вообще в этом режиме довольно неплохо мексно, потому что я бы даже сказал маэксно, если бы мне позволили люди. Маэксно неплоха, потому что много существ, у которых мало атаки, типа вот этих седоспинов, и она их просто ест на завтрак. Друзья, всем привет еще раз, мы как бы уже официально стартовали. У меня небольшие проблемы с чатом, поэтому чат я буду периодически, возможно, просто заходить в чат. Это свидетель летала? Да, это свидетель летала. Я буду периодически заходить в штуки и смотреть штуки, но если я кого-то пропустил... Если я кого-то пропустил... Будет, если кинуть на Малфуриона возрождение. На Малфуриона возрождение кинуть нельзя. Можно в капи... О! Неплохо. Жаль, монетки нет. Оставил бы монетку, было бы шестой ход, а потом шестой. О, сынок, ну ты с такими ходами здесь. Иди себя потише, сынок. Ладно. Кстати, у меня нет пятого дропа. Так что пока заготавливаем сетап, выкладываем панчлайн. В тени панчлайн, сетап панчлайн и мой панч... И мой панч... Купи еще моник, пишет человек. Ссылки на трубу в описании не работают. Ну, потому что я сегодня не собирался стримить. Это все еще как бы рабочие заглушки. Когда у тебя дети вырастут, поймешь, что такое рабочая заглушка. А пока просто имей дело, работай с тем, что есть. Имя любимое твое, мое любимое имя. Имя меня, ибо залепило мое имя любимое. Новая песня, у меня новая песня, которую я пою каждый день. На кой хрен мне вот эти вот все карты даются? Я не совсем понимаю. Что-то как-то за шамана да играть. Учитывая то, что здесь, блин, гребаные тенетники на тенетниках. Имя любимое мое. Подписчик любимое мое. Подписчик. The Alex US. Шестой месяц. Да, кстати, да. Ну, полгода человек подписывается и смотрит стримы. Спасибо большое за подписку, за внимание. И просто спасибо от души. Да, и 4 человека пересубскрибировались. Им тоже большое спасибо. У нас 2 круша. Судя по его зоопарку, у него не 2 круша в руке. Но нам как-то нужно через тертермить вот этих вот всех пробиваться. Это не тертермить, а это... Валера. Хорошо, мы попробуем. Мы попробуем. Привет, наконец-то ты застримил, помирал от ломки уже. Я не... Ну, блин, мне хотелось все-таки, конечно... Ну, вот этого я, собственно, и взял из очистки стола. Данную петрушку. А нужна ли нам здесь очистка стола, когда у нас есть богоподобный, я бы даже сказал, сакральный олень? Ну так-то нужна. Имя любимое мое, тебя любила моя визуали. Окей, пока так сыграем. Ну, следующим ходом, к сожалению, не выложить нам... А новенькая! Новенькая еще краска блестит. Еще краска блестит с новенькой маэксной. Я ее называю маэксна, потому что я ублюдок. Потому что претенциозная тварь я. Вот почему я называю Мексну Маэксной. Тоже... Ой, у него решафл, какая гадость. То же самое, что называть Валли, называть его Волли, потому что как бы читается английский язык Волли. И там все сейчас бы... Волли. Ура, легендарки! Ей, Blizzard! Thank you, Blizzard, for this balanced... For this balance... У меня зависит часть Xbox от Хэза, который запущен в оконном режиме. Не будет видно курсора. Но вообще, по-моему, придется, к сожалению, в этом стриме так и поступить. А возможно, Хэз упадет! А возможно, упадет. Интересно. Что-нибудь еще.
Но сегодня, похоже, придется. А если я вот так вот еще сделаю, у вас что-нибудь изменится? Интересно, посмотрим. Обратимся к документам. В данном случае документом выступает... Господи Иисусе. Ой-ой-ой. Ой, сломал! Ой, сломал! Не сидел в этой штуке. Так, да, по-моему, изменилось. По-моему, все стало вытянутое. Да, все стало вытянутое. Стрим привет, сломал. Привет. Стрим сломал, но подписчика такое не пугает подписчика, поэтому пойдем с ним здороваться. Эх, если починю теперь стрим. Так вот. Пропустил. Нет, не пропустил. Линч 64P. Третий месяц подряд подписывается. Привет! Еще раз спасибо большое за подписку и за поддержку стрима. Сейчас надо еще будет научиться чекать киви, а то люди уже... Ой, а мы тут это будем по балансу играть, я думаю. Тем более недавно был Jurassic Park. Ну, круж, конечно, эпичный. Никто не играет круша, честно говоря. Причем не играют круша даже... Мидрейндж, всякие вот эти вот, всякие страдальцы мидрейндж, которым вроде как и положено бы немного доминировать, а потом и не до... У тебя же по экстрима говорят. Ну сломал стрим, чё, нельзя что ли? Сейчас починю стрим. Так, вроде починил стрим, теперь пытаюсь... Я же ради вас, чтобы... Ну Мукла тоже орёт, конечно, да. Я же ради вас, чтобы тесное общение наладить, практически интимное. Интимное. Общение твое общение, интимное общение мое. Интимное. Окей. Малорн. Малой. Ура, баланса подлетела. Под это... А чё это мне Малорн? Это не балансно! Как мне Малорна убивать? Мой-то улетел! Как мне Малорна убивать? Вы чё? Какие мои ванитинитники падают? Да, ну я так-то... О! Ука! Да, но проблема-то штуки... Во-первых, проблема штуки в том, что в этой колоде нахрен не нужна... Вторая проблема штуки в основном в том, что капитан Кранч идет. Не, ну блин, капитан Кранч делал такое. Давай! Пока так сыграем. Капитан Кранч-то делал такое, с Малорном он, блин, разменивается, но Малорн-то обратно улетает. Короче, есть у меня некоторые сомнения по поводу того, что потасовка не самый... Я просто не знаю, интерактив со зрителями, нравится ли вам режим потасовка. Это уже третья потасовка, у нас был Рагнарос против Нефериена, у нас были тухлые бананчики, и теперь у нас вот это... Нравится ли вам потасовка? Все просят потасовку на нестабильных порталах. В общем, Близзарды каждую неделю умудряются сделать что-то чуть-чуть не так. Нет, мусор. Банана Таунт. Да, Банана Таунт. Не особо. Окей. Летал у нас нет, как подсказывает достопочтенная публика. Хотя, не, ну тут, конечно, нет. Имя любимое твое. Круш еще и крайне эффектно появляется и стреляет. И орет. Тихо, я уже намок. Не говори со мной так громко, мой маленький Круш. Хорошо. Убиваем павиана. Возможно, павиана можно было убить как-то качественнее. Нам до этого... Дел нету. Попугаха, вы... Попугниговая. Хорошо. Летал, говорят. Нет, летала не было. Одна колода в неделю, пишет человек.
Ну да, но все-таки можно было бы этот режим реализовать и как-то более адекватно. Зато выпадают цыпы, и мы все смеемся, и на стрипах, конечно, люди... Люди, может, этот режим не нравится, но вот эти вот все ужасные нелюди, такие как мы с тобой, ты и я... Это я. Я и ты, ты и я, вот эти вот мы с тобой вдвоем. Нет, я, в общем, все вот эти вот нелюди, которые... Которые стримят. Им нормально! Им, блин, давай! Режим их! Да, мне, ну мне не ок, потому что я-то новых карт хочу. Не знаю, что-то разыграл там. Маэксна. Каждый раз, когда приходит в Маэксна, в мире один котеночек улыбается. Так. Читаем потихонечку чат. Не договорил я. Не договорил я, друзья. Утопил, блин, iPod! Супер! Что с моим iPod'ом последние два дня? Значит, история сначала заключается в том, что появился Apple Music. И, конечно же, я ради Apple Music'а... Ой, тут на Kiwi уже, блин, сообщение. Сейчас будем читать дичайше просто. Соответственно, сначала iPod... Я нажал сброс. Я думаю, надо бы iPod-то обновить до версии 8.4.2 или что-то такое. Соответственно, решил обновить. Дай-ка, думаю... Ну, не получается обновить. То есть, пишу обновление. Обновление не видит. Дай-ка, думаю, сброс нажму. Нажал сброс. Он умер. Два часа качал новую iOS. Так, ну что у нас, блин, ты вышел? Друзья у нас, похоже, немного опечалился развитием данного. Но, блин, я тут буду, конечно, вас долго ковырять, да? Друзья-то опечалился, но... Чё у нас там? Ух ты, ну-ка дай-ка мне тяните... Ой, какой я value! Маэкс на бесполезное даже не может с одного удара убить друида. Он же тоже парнокопытный, могла бы и убить. Так вот. Ну, кое-как, в общем, воскресил я iPod. Apple Music, кстати, очень хороший. Установил Apple Music. А сегодня суп уронил. iPod еще и к тому же. Ну, вроде живой, только в порт попало там. Супеха немного, картошечка, видно, попала в зарядный порт. И он теперь мне все время пишет, найдено неизвестное устройство. То есть, видимо, либо он картошку находит в порту. Картошка в порту, вообще это звучит, конечно, немного, несколько и романтично, но... О, дроид проснулся. Здравствуй. Приветствую. А, он не так говорит, он говорит, приветствую тебя. Можно битрейт чуть-чуть повыше поставить, пишет человек. Битрейт нормально стоит. Битрейт стоит максимально, максимально возможно в данной ситуации. Тот, который был всегда, и с тем, с которым мы... Захотел обновить, нажал не обновить, а сброс, говорит человек. Нет, он не обновлялся, он не искал прошивку через... Через собственное богоподобное устройство. Мисплей надо было обоих тенитников сливать. Сейчас сольем тенитников, достанем круша. Круша достанем, чтоб был летал. Конечно же. Отсылка к Portal 2 и картошке пишет человек. Нет. Мы достаем круша. Ну, кстати, если мы... Нет, окей. Да, все-таки... В этом режиме, на удивление, даже есть свои тактики, соответственно, учитывая то, что осталась гиенка, нужно было сначала не доставать, а посмотреть, что будет. Давай мне бустер уже, хочу свою редкая карта. Хочу редкую карту, и чтобы делать. Так, ну теперь, блин, донатная машина, безжизненная, бездушная донатная машина в лице меня, и теперь должна еще три кошелька чекать. Нет, я, конечно, не против, но просто это немного сейчас... Сейчас это немного неудобно, потому что, к сожалению, не работает iPad, и приходится все одновременно делать в браузере. О, мой бог, мы никогда этот режим не... Спасибо. Так вот, потихонечку... Разберемся сначала с Яндекс.Деньги. Вы не думайте, что здесь какие-то это несмертные богатства. То есть, как бы. Спасибо всем, кто задонатил. Сейчас все прочитаю.
13 копейку, например. Go Lego в этом месяце, сынок, предлагает человек на Яндекс.Деньги. Я 5-4 максимальный ранг я брал в прошлом месяце. Это немного скучновато. Немного надоедает. Эх. Ура, лицо. Опять же, надо было сначала разменять лесников, потому что могла выпасть волчица игла шкуры, которая повышает. Короче, волк степного племени мог выпасть, который мы опять не увидели, летал, к сожалению. Да, по поводу лиги, ну не знаю, блин, мне скучно, поэтому... Или скучно. Так, другое сообщение на Яндекс.Деньги. Мне просто интересно, попаду ли я в донат дня, если скину 15 копеек за стрим, капа-кака. Капа-кака. Ник Лариати, не попадете, к сожалению. Теперь Яндекс.Деньги. Соответственно, да, все сообщения читаются, по крайней мере, я пытаюсь. Терминатор нового ходил смотреть, спрашивает сообщек на... Спрашивает человек на вебмане. Мать бровей там очень хороша. Мать бровей раздражает, по трейлерам раздражает. Ну, кстати, отзывы по Терминатору не такие уж и плохие пошли, в отличие от критиков. Отзывы достаточные. Еще и подписчики мне нужен. Мне нужна ассистентка. Если вы коротконогая маленькая карлица с разросшимися бровями, будете у меня работать и секретаршей, и ходить в мини-юбке. Ришик 33 Рус подписался на стримы. Большое спасибо за подписку. Первый месяц подряд. Хорошо, смотрим бустерок. Нет, похоже, смотрим традиционно на Вусмерть зависший батлнет. Ну да, так-то время ожидания привис. Я вообще не превышена, Blizzard. Я бы хотел видеть все-таки. Давай договоримся, Blizzard, мы с тобой, что когда твоя гребаная игра не работает, Blizzard, давай с тобой договоримся, что вы будете меня хотя бы немного тешить мою барскую натуру шаловливыми бесами. Почему в описании канала есть смайл Оли и мужика с кубиком Рубиком, а у меня в смайлах нет? Мужик с кубиком Рубиком, кстати, спасибо, мне его давно скидывали, как смайл последовательности. Он, конечно, не сильно отражает, но я пока запихнул. И Оли, да, я их отправил одновременно, все смайлики ночью, но почему-то они еще до сих пор... Да, в смайликах можно увидеть сейчас еще два смайлика, которых нет. Они будут, я так понимаю, уже завтра. Когда не будет стрима. Но будут смайлики, поэтому можно будет постить Оле, говорить фу, за часы. Часы — это смешно. Комплект карт и какие-то еще бомжарские делики. А можно какой-нибудь делик реролить? Я не помню, реролил я ночью или нет. Паладин воин. Два воина нам не очень нужны, потому что если... Вот про что я говорю. 60, хорошо, на этом мы садимся. Открываем богоподобный, боголепный, человеческий. Прикинь, как бы они за... Ого. Мне показалось, что можно перекладывать. Хорошо. Давай мне. Вот по этой пыли мне иногда кажется, что это легендарка выпадает. Но нет! Здесь у нас мыльчатый пузырь, сильный удар, рассохшаяся женщина, змеи, ну конечно же, где. Ну, кстати, золотой симба всегда приятно. Друзья, это как бы была... Это была разминка. Сколько уже стрим идет? 28-минутная разминка в новом потрясающем режиме. А потом еще говорят то, что Hearthstone — это режим, в котором можно коротенько одну игру сыграть. Каким-то хреном мы уже затратили на это все 28 минут. Пойдем на арену. Всем привет еще раз. С последним днем лета вас. Или со вторым днем осень. Хорошо. Играем аренку. Не играем. С подписчиком здороваемся. Almost sober Russian. Четвертый месяц подряд подписывается на стримы. Спасибо большое за подписку и за поддержку, и за то, что остаешься практически трезвым. Так вот. Go открывать 70 паков, говорит человек. Ты донаты прочитаешь сегодня? Да, прочитаю обязательно. Мы сейчас к ним... Мы как бы... Ну как бы все-таки нужно еще не забывать то, что Hearthstone. Хардстоун. ХС-очка. Привет. Не, подписчики, какие разглух... Диамагнетик. Второй месяц подряд вписал себя в историю стримов, на которых никто не играет, а просто все приветствуют. Спасибо большое. Хорошо.
Сыграем за Приста. Он меня не подведет. Как я его назвал? Коленька, по-моему. Сыграем за Коленьку, потому что его зовут Андуин. В слове Андуин К буква идет первой, поэтому... Ну, как бы иногда игры разума, но, к сожалению, мы не можем их взять, потому что подписчик. Тем более, что это кусок автобуса, который подписывается третий месяц подряд. И с нижним подчеркиванием, прошу заметить. Спасибо большое. И привет всем, кто сегодня еще и подписал. Тертермитя! Паттертер, ну блин, Дозинга-то неплохо. Хорошо, возьмем гномотехника, Паттертермитью, возьмем достаточно равноценные дропы, но клирик Северо-Земли иногда выигрывает игры, особенно если потом на него накинуть Синдарайку. Хотя, блин, Аргус, возможно, был точнее, в общем, да, возможно, было лучше. Но мы пока еще молодые и не очень здоровые, поэтому... Тоже достаточно. Нет, лазурный дракон, в принципе, конечно, получше. Это тоже не очень карты. Можно один Silence взять, но это совсем, то есть, прям не карта. Ладно, вроде дров какой-то есть. И из этих карт мы, похоже, берем опять дров. Потому что, блин, я не очень люблю внутреннее зрение. То есть, украденные мюсли. Украденные мюсли очень хорошая карта. Для арены плюс две карты, все дела. Но внутреннее зрение, как по мне. Конечно, можно украсть монетку и понимать то, что, блин, о, я украл монетку. Чекни уже киви. Мы играем, я обязательно чекну киви. Дракондор нормально заходит, потому что есть штуки. Контроль майнд-контрола нормально заходит, потому что штуки. Пиромант с одним заклинанием. Но он заходит. Вкусный зомби для ранней агрессии. Алчный наемник для убеливания. Для умерщвления, я бы даже сказал. Привет, привет, привет. Для здоровства с подписчиками. Лик... Ликеса. 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 Ликеса второй месяц подряд подписавшись. Точно второй. Третий слепает ублюдище. Третий месяц подряд подписывается замечательная... Замечательный человек Ликеса. Спасибо большое за подписку и за поддержку стрима. Хорошо. Но нам нужны ранние дропы. Как бы уже есть снегачи. Хорошо. Возьмем ползуна. Кислотный нормально. Одно слово тьмы нормально. Кровавый Тони, хотя можно было и Колесо Исцеления. Зловещий Кузнец просто как туловище. Танк-паук норм. Темный сексист. Эти три карты норм. Я хочу побольше мехов набрать, потому что есть деденька. Уменьшмайстер. Ну, два кузнеца бред, два инженера-новичка тоже не особо. Возьму одного дракона, возможно, какие-то размены будут. Пророк Веспена всегда радует. Второй меньшмайстер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да еще можно брать. Ледяной элементаль. Немноговато уже. Так-то. Ладно, возьму еще одного меньшвайна. Возможно, повезет все-таки на Дарк Кабалку. Слава силы. Жить свою луну не хочу. Собиратель сокровищ. Нет очисток стола. Есть драконы. Раз дракон, два дракон. Три дракон. Берем сумеречного дракончика, еще одного темного сексиста, еще одно слово силы и учительницу магии, похоже, да? И учительницу магии. Кроме того, что, ну, как бы один пиромант под такое количество заклинаний, это со скрипом можно назвать, очисткой стола. Мне, кстати, нравится колода. А раз колода мне нравится, значит, все очень плохо. Раз колода нравится, это где-то от нуля победы старше. Людям нафиг не нужен твой Хардстоун, тут половина в него не привет, играет, даже привет, всем подавай привет. С тобой общаться. Именно поэтому я подписчика и приветствую Red Haired, нижнее подчеркивание, Evil. Рыжеволосое зло! Второй месяц подряд подписавшись на стрим. Спасибо большое за подписку и за поддержку стрима. Сейчас будем с вебманями, с кивями разбираться. Киви. Так вот. Ну, норм. Так, а как это играется? Первым ходом нет. Ладно, давай так оставим. Вот. Если бы еще дракончик пришел, как-то я немного, по-моему, похрипывал. У меня есть кофе. У меня есть кофе, поэтому немного. Опять путает от и до.
Так. Ну, конечно, против друида это все очень грустно. Возможно, не стоит выкладывать, потому что, ну, как бы... Ну, с другой стороны, он потратит ход на то, чтобы умерщвлять. Хорошо. Так, пойдем понемногу разбираться с кивиями. Есть какие-то еще, собственно говоря... Один выстрел. Есть какие-то анонсеры на экран. Но я понимаю, если вывести какие-то... Это плохо, кстати. Хотя, не то чтобы это прям того стоило. Есть какие-то плагины, выводящие на экран сообщения, даже озвучивавшие. Озвучивающие. Я пока не знаю. Мы пока еще... Это тестовый стрим, которого сегодня вообще не должно было быть. Поэтому не смей никому рассказывать, что ты его вообще видел. Хорошо, похоже, наш танка... Танка-паук, наша танковая теща живет. Поэтому мы абсолютно легитимно выкладываем гномая схема техника. Все постят радужных капалек. Darksталкер Forever, спасибо большое. Где видео, говорит человек? Видео, весь YouTube, бесконечный фронтир видео. Так, я тут немного тону в донатах, я не знаю, что с этим делать. Хорошо, погнали по киви снизу вверх. Видос где? Ладно, будет, есть идейки. Свайп немного расстраивает. Свайп немного расстраивает. Велена накинуть. Да не особо оно. Не особо оно здесь и нужно, конечно. Давай так сыграем. Опять же, не самый наш лучший ход. Дальше. Лёха, что мне делать, если я хочу от тебя детей, но меня тоже Лёха зовут, и вот пере... Это сложно. Советую вам навострить свои ушки, потому что это действительно... Так, ладно. Мы тут немного разбираемся с куропаткой, похоже. Похоже. Разбираемся с куропаткой, нахиливаем, бьем. Вы готовы? Потому что это сложно. Я предупреждаю, если институт вами, если высшее образование по каким-то причинам вами еще было не оформлено, не закончено. Сообщение на киви. Лёха, что мне делать, если я хочу от тебя детей, но меня тоже Лёхой зовут? А вот передернуть никак не могу, ты же не дианонился. Какая-то там, по-моему, небольшая причинно-следственная, проблемы какие-то, по-моему, небольшие все-таки есть. Нет? Нет, все нормально, я просто не специалист в этих делах, и, возможно, что-то перепутал. Можно даже было, в принципе, и... Ну, ладно. Ну, если ты так считаешь... Да, считаю. Ну, я не знаю. В общем, киви-кошелек тоже вполне себе за Дианон сойдет. Как мне нанести удар? Идем дальше. Ждал твоего киви, чтобы задонатить, пишет человек. Спасибо. Уху-ху, сообщение на киви. Глубокомысленно. Эх, сейчас бы бульмени, говорит человек. Ну, блин, вот я теперь буду всю жизнь мечтать о бульменях, сидеть бульмени на стриме прям нет давненько. А не кучу всякого дерьма авторы. Это, кстати, плохо. Ну, так вообще. Ну, он отбрехивается, друид, нужно отдать ему должное. Он отбрехивается. Мы, наверное, здесь в атаку пойдем, потому что следующим ходом, если что, будет древо. Конечно же, зомби не выкладываем. Да, они много всякого сейчас, эти замечательные авторы бульмени накидали на стол. И какие-то хот-догеры, маленькие хот-дошки. Почему не сделал смайлик с Шай, сообщение на киви? Потому что проблемы с, опять же, с качеством. Шая выглядит... Да, Шай тоже был. Я сегодня показывал в начале стрима, как бы, заготовки для смайликов. И заготовка для смайлика Шай тоже была. Немного не та, которая могла... В общем, я хотел вот такого Шая. Позиция. По размеру экрана. Хотел вот такого Шаю, но такой Шай в 28x28 выглядит, к сожалению, крайне-крайне никак. Друид отбрехивается, продолжает свой повать. Надо подумать. А что тут думать, когда можно на стол наваливать, спрашиваю я. Эта штука. Конечно, если Mind Control тех, опять же, то будут небольшие проблемсы. Твоя магия тебя. Ты что, Батян на стриме смотрит? Да, Батян смотрит. Батяну привет. Тренировка
ругаешься, потому что папа смотрит, спрашивает человек. Нет, я не ругаюсь, потому что я ругаюсь. Ругаюсь только ради комедического, то есть не комедийного, не политического, комедического эффекта, так и запишу. Я пойду в мудрость дня это запишу. Комедический эффект, Потом, блин, когда уже запрут меня в Arkham Asylum, то люди будут знающие. Вот эти вот 2500 человек, то есть там, если на некоторых видео по миллиону просмотров, то 2600 человек это незначительное, как бы, число-то, да? Но для меня оно все равно приятное. Они будут говорить то, что мы уже знали. Я уже забыл, короче, пока говорил, что надо было записать. Давай играть в Хардстоун, все плохо уже, и слабоумие, и отвага. Почему вчера не стримил? Потому что не было возможности. Слабоумие и отвага, да. Так вот. Плывем дальше по Киеве кошельком. Ник Дафти Гуфовский, дай бог здоровья. Спасибо большое за донаты, за поддержку стрима. Друзья, я потихонечку здесь плыву. Надо еще делать штуку, чтобы все как бы задонатившие были в обе. Сегодня бета еще стрима, поэтому нам еще нужно придумать, что вот здесь оставлять. Оставлю одно слово сила, оставлю танка-паука. Под ранние дропы, под вот это вот, да, хорошая комба. Ну, конечно, Джайна может той же огненной пушкой через монетку реализованный танк-паук немного умирает. Немного грустнеет от Джайны. Плывем дальше. Привет, Гуфенский. С удовольствием подписался бы на твой стрим, чтобы спамить твои никчемные смайлики 24/7. Обидно. Но я бедный, даже не школьник, потому что с обеда. Поэтому я не могу дожить с обеда, потому что я не школьник. Так что держи 20-ку на нас. Спасибо за стримы и видосики. Если тебе нужен стрим для Last Донатора, напиши XPS. Мам, неси камеру, я в телеке. Здравствуй, пишет человек. Возможно, он стрим снайпер, а не человек. Спасибо за донат. Дальше. Наконец-то завел, забирай все, что у меня есть, сообщение на Киви. Всегда твой Кирилл. Спасибо, Кирилл, забрал. Ох, как он же. Привет, довольно давно смотрю тебя, и ни о чем не жалею. Было бы плохо, если бы обра... Хотя стримы начал смотреть не так давно, времени свободного мало, так что в основном на Ютубе. Хотел сказать тебе большое спасибо за твое творчество, оно не для всех и тем ценнее. Успех тебе и вдохновление побольше. Твой Good Imp. Спасибо за добрые слова. Я стараюсь. Хорошо, мы все-таки реализовываем танка-паука потихонечку. Привет, Гуфовский, смотрю твои стримы с самого начала. Добра тебе и позитива. Ну, если это, блин, Сергей Симонов, то рубль 22 копейки, Сергей Симонов! Это немного! Можно было. Спасибо большое. Каждая монетка... Спасибо. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Вот тебе на суп, разбань, пожалуйста. Хорошо, сейчас разбаню. Вроде разбанил. Веди себя хорошо. Обрывалки подвалили. У нас есть реализация сексуального террориста. У нас есть танк-паук, который делает танка штуку. Счет обнови. Ну да, счет можно и обновить, в принципе. Арена. Обновили счет. Бухгалтер. Почему донаторов не вписываешь? Потому что еще по всем не про... Ну, потому что, я говорю, бета-тест еще стрима. Я только топового могу, к сожалению, списать. А топовый... Что же делать? А топовый, судя по всему... Топовый, судя по всему, это на Яндекс.Деньги. Сообщение. От... Алекхиери Фло, боюсь, неправильно. Начало положено. Спасибо, что скрашиваешь время на работе. И за обращение в ВК тоже. И за общение в ВК благодарю. Ты шикарен, пишет человек. Ну, я стараюсь периодически отвечать в ВК, кому могу. Спасибо за донат и за поддержку стрима. Впишем человека в донат дня и в донат. И в донат вообще. Интересно. Не обижайтесь, те, кого я не вписал. Я постараюсь все-таки как-то сделать так, чтобы бегущая ползла строка со всеми остальными донаторами. Спасибо. Так, можем ли мы как-нибудь спасти гнома? Это 6 хп. Надо подумать. Это 6 хп, это 7 хп, но, к сожалению, потом не выхиливается ничем. И вот эта вот штукенца. Можно сперва... Нет, он напингует все равно. Надо решать быстрее. Блин, слишком долго возился со всем этим дерьмом, теперь про проблемсы. Мы должны очистить солнечную колонию. Ах.
Ой-ой-ой-ой-ой. На город механика! Готовлю. Бульмени охота, пишет человек. Людям сегодня хочется в чате бульменей. Бульмени мне не очень хочется, но я с вами солидарен в любом случае. Добра тебе, Няша, сообщение. Спасибо большое. Привет, Гуфовский, смотрю твой стрим уже довольно продолжительное время. Рад в основном записи. Донат крошечный, просто хотел сказать спасибо, с уважением, ноунейм. Не только по ХС, но и по другим играм. Неизменно хорошо провожу время за этим. Да, размер доната, собственно говоря. Неважно, какой у тебя размер. Спасибо большое, от души. И всем сегодня задонатившим тоже спасибо. Мы продолжаем дальше читать сообщения. Вот тебе на суп разбанил. Спасибо за то, что ты делаешь от Куки Мастер. По скриптам крикни Куки. Куки. Я умею Куки кричать только как... только как Крабби из покемонов. Куки. У нас... да нет, кстати, не то чтобы у нас сильные проблемы. Если это отражёнка. Особенно. Отражёнка. Не отражёнка. Копии, ну два дракона, блин, ну справлюсь я с ними, наверное, да? На город механика! Мне хочется верить, что справлюсь. Нет, ты гля, это что-то еще. Возможно, антимагия, возможно, спеллбендер. Если спеллбендер, конечно, не хотелось бы. Ладно, сидим, более-менее стол у нас. Не очень, конечно, слежу за игрой, это расстраивает. Но это пока как бы первая волна киви. Стрим превращается в поле чудес, одни приветы. Но это первая волна киви, она потом схлынет, и мы будем сидеть и... да, еще радио заведу и буду песни включать по 50 рублей, давай мне! Давай мне! Так. Тихо. Стрим сломал, тащить не перестал. Вообще не на киви. Ахахахах, киви наконец-то, я с вами согласен. Зачем... ну это как бы спойлер, но я не знаю к чему. Зачем убили имя персонажа? Усы имя персонажа. Я не знаю, зачем его убили. Я не знаю, что это за секрет. Стоит ли здесь уже начинать погоню за лицом? Так, варианты. Интересно. Похиляться. Ударить. Ладно. Облегчу твою боль. Ну так вообще, конечно. Да так. Да так. Что же за секрет у тебя? Ну, блин, спеллбендер не хочется сливать. Хорошо. В моем никнейме ударение на первый слог. Каждый раз неправильно произносишь Москва. Пишет. Я постараюсь запомнить Москва, поэтому... а я Москва. Москва, ударение на второй слог. Да. Ну, видимо, это во мне замкадском за Москва-ле... в моем замоскволечье во мне просто желание переехать поближе в теплую-теплую Московию и платить 30, блин, за аренду квартиры. Стараюсь произносить правильно. Лол, я в кого-то задонатил, ты мой первый, сообщение на киви. Ну, сначала больно, а потом со свистом уже пролетает. Сообщение на киви. Почему мы не видим... больше тематические арены с кучей тупых правил, а не тупо брать самые бомжарские карты. Помню, один раз рассказывал, как лежал и придумал правила, как алфак стрибов, требуя вернуть правила арен олдскульные. Но они иногда по каким-то случаям все-таки стараемся мы их возвращать. Привет, привет, привет! Когда нет, здороваемся просто с подписчиками. Причем, похоже, два человека. Дилетант Стас подписался впервые на стримы, привет, и мы привет, его... привет. Двойной подписчиковый дуплет, господи! Где какие-нибудь звуки? Вомбоком! Можно вомбоком? Надо подумать. Вомбоком! Да, эффект-то комедийный уже. Двойной подписчиковый дуплет, и вторым в этом подписчиковом дуп... в этом подписчиковом дупле. Да подожди, я с подписчиком, с двумя сразу! Рел... а неплохо, нет, там уже играть надо. Тихо, 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 тихо. Ученики, внимание! Неплохо сыграно. Так. Спасибо, и второй подписчик. Реллоу НЗ. Также первый месяц подряд подписывается. Впишу сразу двух, чтобы подписчиковый дуплет был...
Пич-ту-пит подписаться не могу, извините. Чё ты каждый раз кричит, спрашивает человек. Извините, я не специально. Нардскол! Ну да, училка немного отъехала от Нардскола. Мы никак не можем узнать, что заклинание. Я лицо бил. А, лицо я не бил. Все, наконец-то мы узнали, что за заклинание, поэтому эта тварь может спокойно уже прожиматься. Но нам она особо-то здесь сейчас и не нужна. Че творю? Вообще колода неплохая. Ну, конечно, очисток стола, если... Да вроде и ранняя. Ну, ладно. Стол нормальный. Стол в подписчике. Подписчик. Куда делся Гуф Икс? Ну, как бы это просто был крестик. И я говорил то, что это временный смайл. Поэтому... Не могу, к сожалению, не могу всех, все возможные смайлики втиснуть, к сожалению, не получается, поэтому живем, как живем. Живи, ты живем. Так вот, да, по поводу того, что говорил человек на Киви, тематические колоды, иногда они возвращаются. Привет, Гуфен, привет. Держи полтинник в честь открытия нового кошелька. В честь открытия кошелька аж ленточку перерезали, спасибо. Готов поклясться, что на мне были штаны, когда я начал это смотреть. Я, кстати, ники не читаю, тварь, ты что, ники ты не читаешь? РКР Хаус это был, а сейчас Мовка-Мовка. Готов поклясться, что на мне были штаны, когда я начинал посмотреть. Мовку-Мовку раздели. Там что-то флеймстрайки поперли. Ну, кстати, да, с флеймстрайком-то. И с флеймстрайком-то у нас небольшие проблемы, потому что... Mind if I roll need? Ну, конечно, здравом проблемсов нету. Не будем, наверное, пока... Идем с таким столом. У Джайна меж тем 30 хп и 4 карты, можно и проиграть, в принципе. Привет, 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 сообщение на Киви. Привет. Ник Грумбард. Спасибо за твои стримы, поднимают настроение в серой реальности. Я стараюсь, спасибо большое за донат и поддержку стрима. Когда будешь стримить в следующий раз, а то я подписаться хочу, спрашивает человек. Скорее всего, в субботу устроим большой-большой, тяжелый, внушительный стрим. Ты убил Гуфинтаж, это был лучший смайл, я чувствовал себя аристократичной подписатой. Ну, вместо него Олли теперь, то есть ты можешь Олли пустить. Или орка из Варкрафта 2, по-моему, это богоподобно. Привет, привет, это за гранью привет. Богоподобие, это за гранью подписчикова палп-бамб. Это типа палп-фикшн. Первый месяц подряд подписывается на стрим. Спасибо большое за подписку и за поддержку стрима. В полезай в лобешник. Я сегодня вообще не играю. Чё тут делать? Это убить! Сюда накинуть! Это убить! Это похиль... А, там еще и... Да, 4 минус 3 это 1. А я знал! А я знал, напингует! Я ж специально напингую, шо... Господи. Может быть, все-таки стоит начать играть, мистер... Мистер Гуфовский. Может быть, все-таки пора играть. Что за мужик смайли летал? Это какой-то мемес? Поясни, пожалуйста. Это свидетель. Мемчик со свидетелем. Свидетель летала. Что с изображением мигает еще и 15 FPS. Вот так должно быть нормальное количество FPS. Сегодня небольшие технические сложности из-за того, что... Get the fuck out of here! Вот и сайленсы подкатили. Приветствую тебя. Ну тут грязь, конечно, грязь. Колода. Колода, запрограммированная на грязь. Или мне просто невероятно везет, либо это колода, запрограммированная на дрязь. На дрязь. Запустил стрим, чтобы читать донат. Нет, нет, нет. Этот смайл сложенный прикол, говорят человек. Мигает чат. Ну я сделал полный экран, и сейчас должно перестать мигать. Нет, нет, нет. Ну как бы донаты приходится читать. Нет, просто стримим. Мы просто маленькая крошка стрим. Люблю тебя, Няша, еще. Мы почти уже все дочитали, собственно говоря. У нас еще осталось в расписании. Люблю тебя, Няша. Спасибо, очень приятно. Когда будет что-нибудь, кроме Хардстоуна, это, конечно... Я не успеваю все читать, это какой-то я, блин... Я погребен в донатах, господи! Не знаю, как это разгребать и что с этим делать. Может, вебмани убрать, как бы? Мне потому что... Да, возможно, уберем вебмани тогда.
Сидит, блин, на стриме и считает деньги, жлобская рожа. Еще и жалуется, а Сазима херит. Как тут выигрывать? Да зад! Да у меня сильные карты. Ну вот это немного по темпу, конечно, сбивает мое естество. Да, да. А если я в лицо буду? Нет, у меня еще дракон. Бум-бум. Бум-бум. Твою мать. Как играть? Да так-то предрешена. Ну так себе, что-то не знаю. Я погребен в донатах, и я не знаю, что с этим делать. Друзья, спасибо большое. Золотая антилопа. Зажрался. Нет, я не зажрался, друзья. Я улыбаюсь, сижу, как бы. Меня это веселит. Надо было давно, конечно, киви сделать. Не в том плане, то, что я жадная мразь, а в том плане, то, что люди спросят. Блин, ну я даже не ради этого начинал стримить. То есть, как бы, мне нравится Хардстоун. Люди вот спрашивают постоянно. Извините, если кого-то не прочитал, я еще к этому обязательно вернусь. Все-таки мы немного сидим, играем, а то это как-то, да. Ну, это первый хайп, да, первая волна. Ну, люди спрашивают часто, то есть, на кой хрен один Хардстоун, надоел Хардстоун, да, сейчас бы Mind Control. Ну, кстати, по ХП я проигрываю, мне надо как-то размениваться сексуально. Особо никаких сексуальных разменов я здесь что-то не вижу. Бум-бум! Ну да, здесь скорее бум-бум, чем какие-то сексуальные. Я тебе бум-бум-бум! Или даже нет. 15 хп, он мне бьет по 9. Так, вообще, да. Здравствуй. Да привет, привет. Давай пока так. Убить он меня глыбой. Даже глыбой не убьет. Не знаю, честно говоря, как. Сейчас бы бесишь. Все нас от гиены, огненных вайнами, видеоблогерами и летсплейщиками, называемых «Избави нас от консоли неверых» во имя ПК гейминга. Запили видосик годный, чтобы души наши грешные очистились гуфинь. Ну, по поводу ПК гейминга, конечно, ПК гейминг серьезный недавно понес, потерями это не назвать, серьезный удар по... Ну, конечно, зеркально. А я-то думал, там у вас голыбы. Серьезный, конечно, удар по репутации ПК был нанесен. Ну, кстати, все плохо. Привет. То, чтобы супер плохо, потому что... Но у меня всегда есть верные подписчики! И в этот раз это... Dimension Diver. Погружайте впервые в месяце подряд, вписавший себя в историю стримов и поддержавший стрим. Спасибо большое за подписку. Так вот, убиваем вот это... Выкладываем паучиху и хиляемся. Ну, это, конечно, тут... Хотя, можно было бы и вкусно. Пока, ладно, пока так. О чем ты говорил? Опять забыл. Привет из Тулы, блин, пишет человек. Привет. Как там в Туле дела? У нас тут в Владивостоке жарко сегодня. Я не знаю, что с этим делать. У нас... Сообщение на Яндекс деньги. Донат от Анны Кендрик Лав Гуфен. Анна Кендрик Лав Гуфен у нас сегодня, по-моему, потеснится с человеком. Спасибо большое за донат и за поддержку стрима, потому что на Киви тоже... А, нет, тут больше. На рубль больше. Господи, я тону в донат, помогите! Так, как мы играем? У нас есть уменьшвайна. Уменьшвайна мы... Тратим, чтобы выжил. Естественно, чтобы выжил. Вот этот дракон. Тут какая-то грязь, но, конечно, все это... А, ну из крошера, из тартермити крошер, все нормально. А у меня между тем 6 хп, поэтому надо хиляться. Можно и проиграть, конечно. Богоподобно расконтраливал стол. Великолепно расконтраливал стол. Как ты относишься к худым, краткостриженным лолям? У тебя ссылки не работают, они еще не оформлены. Худые высокостриженные лоли меня не интересуют, потому что батя смотрит стрим, и батя сказал, что... Тут надо больше... Буфовский, спасибо за творчество, добра от Барли на Киви кошельке. И у нас Барли попадает в топ дня и в топ месяца, перегнав Анну Кендрик Гуфен на рубль.
должна заиграть, видимо, грустная музыка. Друзья, спасибо большое всем, кто сегодня выразил свою поддержку. Мы воруем штуку. Я могу... Нет, ну тут как бы... Суть в том, что если глыба, то я бы проиграл бы так и так. 10 хп бы у меня было, и я бы проиграл. У тебя очень маленькая голова, Прист. Будет обидно проиграть, учитывая, что я расконтролил весь стол. Я находил ответы на все. Я даже флеймстрайк пережил. Я свидетелей пережитков флеймстрайка. Только надо задонатить, чтобы с тобой поиграть во что-то. Ну ты что донат не прочитал? Я сказал, что мы еще к нему вернемся, друзья. Поиграть со мной. Иногда вечером играю в Heroes of the Storm. Там, в принципе, открытая группа. Но там полная пати обычно в последнее время собирается, поэтому... Особо больше ни во что не играю. Ну, Джайна, плиз! Ну, будет обидно, конечно. Блин, неужели глыба? То есть карта не осталась, это особо ничего, конечно. Зато было очень обидно, очень обидно. Флеймстрайк, ну так, флеймстрайк еще. Флеймстрайк у меня будет крошер. Ну нет. Ну нет. Ну это почти флеймстрайк. А соцмарик Оли... Нет, суть смайлика. Давай, давай! И, конечно же, мы... Ой, давай, еще и... Ну, это некрасиво. Ну, она меня тоже БМила. Это ответный БМ. Ну, у нее, конечно, был не особо БМ. У нее была штука. Так. У нас тут еще... И в игре золото! Господи! Вигу золото! То есть мы стрим идет уже час, мы сыграли 3 игры. Хардстоун это очень... Это... Как это слово-то? Ваш противник недавно хочет вам донатить, там было написано, я не успел прочитать. Андуин. Так это, собственно говоря. Будь начеку. Перебил донат. Кто бы? Нет, я не буду так говорить. Анна Кендрик перебила донат. Господи, какая же... Я сейчас вспомнил, нужно будет после стрима. Спасибо большое за донат и всем, кто сегодня донатил. Очень приятно, друзья. Может быть, у меня... Мне сказали перед стримом, что голос какой-то хриплый, поэтому, возможно, он кажется неблагодарным. У меня просто легкая паника и растерянность, потому что не очень сильно получается следить за игрой. Это когда, блин, сидят там люди по 8 часов в день, вот эти вот все куски фарша стримят по 8 часов в день... Совсем поехал уже с донат. Нет. А, и вот эти вот все, которые сидят, у них передоз, как бы, передоз стримов, и они растеклись по креслу, и вяленько так вот это вот все успевает и прочитывать. А у нас-то все скомпоновано до 3 часов примерно. Тут небольшие проблемы, потому что обе карты, которые как бы решают. Ладно, придется пироманта сливать. Потому что слизнюк-то гарантированно. Ну, мы сейчас накинем, скорее всего, на него. Очень не хотелось бы бэкстеп получить. У нас еще сообщение на Киви кошельке. Когда будет что-нибудь, кроме Хардстоуна, вы, многоуважаемые зрители этого стрима, узнаете об этом первыми. Привет! Донатили когда-нибудь на бустеры? 10 или 15? Какое количество бустеров, я не очень помню, в этой игре можно купить. Именно они и были куплены. Так, я бью... Я накидываю, я убиваю и хиляюсь. Норм. Нет, я бью сначала. Нет, тут без разницы. Ну, как бы я немного не помню порядок. Нет, ну не может он. Не может он умереть, когда у него сначала он... Ладно. Монетка вышла, помню про то, что монетка вышла. Вы узнаете первым, когда будет что-то, кроме донатила на бустеры, какое-то минимальное значение. 3000 зрителей, друзья, что-то типа 10 бустеров покупал, мне кажется. Не очень много. В этой игре не нужно покупать очень много бустеров, чтобы приходить к успеху. Танцующие клинки меня контрят, причем контрят достаточно серьезно. Я бы даже сказал в солюне. Разыграем двух маленьких существ.
Берем лицо. Да, клинки здесь не очень приятно зашли, конечно, но с другой стороны, стол пока мой. Можешь засунуть эти 5 копеек себе в прорезь, сообщает человек на Киви кошельке. И еще, наконец-то завел Киви, ура! Очень благодарен тебе за видосики и жду нового рэпчика. С рэпчиком проблем со видосики будут, спасибо. Обновили Киви, вот на мороженку. Куплю мороженку, спасибо. Привет, Гуфен, ты шикарен, лови мелочь. Не поймал мелочь, по глазам дало мелочью, сижу в темной... Интересно. Темно! Я буду коржа петь, я решил. Ой, 150 человек отвалилось, похоже, от того, что я решил петь коржа. В темноте! Это корж? Вообще, 2-3 по факту лучше, чем 3-2, на кой хрен я... Какой хрен я все это сделал? Не выкладывать алчный... Ну ладно, отстань. Пока так сыграем. В темноте! Да у коржа на самом деле... У коржа на самом деле нормальный первый альбом-то был. Он потом там в мейнстрим пошел, и его так сильно начали критиковать. Ликвидация у нас налочного наемника. Не нравятся мне все мои варианты, честно говоря, конечно. Второй ликвидации нет, то мы, в принципе, сидим достаточно. Щит на дракона. Да, щит на дракона. Врата открыты. Врата открыты. Это не проблема. Проблема в том, что если убить нерубодушителя, врата открыты, обратно улетят. Мы вроде как дракона потом убьем. У нас будет сильный дракондор. Я не знаю, кто поет эту песню. Интерактив со зрителями, кто поет эту песню. Так вот. О чем мы вообще? Привет, Гуфенский, спасибо большое за стримы, смотрю с самого первого стрима, и скиллуха выросла, и скиллуха то выросла, по скриптам там внизу ссылки на YouTube не работают. Да, спасибо, 14 рублей 88 копеек, 14.88, вот это вот все. Да, я в курсе, что ссылки не работают, потому что сегодня не должно было быть стрима, и это все заглушки просто, а не ссылки. Я просто как бы игрался с оформлением, делал штуки. Остановимся на 4... Качественные существа, по факту. Для арены все существа достаточно качественными в колоде. То есть даже вот это вот бесполезных там кровавый Тони был, который просто как бы 3-2 базовое рыло. А так, в принципе, все хорошо. Сообщение на внимание на радио с песнями за полтос. То есть если я буду еще и как-то еще и пытаться песни включить, я совсем погибну. Если вы хотите... А почему нельзя было уменьшвайна мне дать, чтобы я наделал сексуальных штук? Но нет, почему-то нельзя было дать уменьшвайна. Это не очень приятно. Коровенка нам здесь, конечно, портит малину. Наведение на цель. Убийство танка паука. Убийство вот этого вот. Ну, хиляемся. Можно убить одного слизнюка, чтобы... Нет смысла, окей. Ладно, пока так сидим. Что-то рога начинает потихонечку отбрехиваться, по-моему. Пульмени, говорят. Почему убрал смайл элитарного капы?
я провел фокус-группы исследования в собственной голове. Я провел исследование фокус-группы, и мне показалось то, что... Ну, как бы следил вообще, как с какой периодичностью постятся смайлики. И, по-моему, элитарная капа, винтажная капа не слишком часто постилась, поэтому мы ее немного убрали. Рога нарастила преимущество. Я даже не знаю, что я хочу получить от дракона. Уменьшвайна я хочу получить от дракона. Простите, мой маленький дракондор, но вы, похоже, не живете в данной ситуации, потому что мы накидываем сюда мы накидываем уменьшвайны, погоди. О, факин, подожди. Я не могу стол почистить-то. Ну, это вот одна из тех темпо плеев, когда у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Или это не одна из наших темпо плеев? Follow me. Чё творю? Так вот. Пробовал Hearthstone Deck Tracker? Если нет, то на гугле. Удобно будет и тебе играть, и парнишкам смеяться над твоими деками. Хорошо, посмотрю потом. Я пытался автопик настроить, но он меня немного... уменьшай слово боли. Да, я сидел, ждал этой комбинации, а потом на какой-то хрен забыл про нее. Потому что не слежу за игрой! А можно mind control, чтобы я был бы так счастлив? Привет, привет, привет! Но это не mind control, это подписчик. И подписчиком у нас сегодня выступает, а я не вижу. Василий Теркин! Василий, нижнее подчеркивание, Теркин один. Я плохо сыграл, Василий Теркин. Надеюсь, вы это отразите в своих забавных стишках. Первый месяц подряд подписался. Спасибо большое. У нас проблемсы! Я такой несчастный! Да, надо было. А теперь у нас небольшие проблемсы. Мисплей, говорят. Да, это вполне себе мисплей. Но, к сожалению, мисплея смайлика... В мейле на вопрос, кто такой Гуфовский, ответили писатель, автор Метро 2033. Вот и Дианон подъехал, пишет человек. Вот это достаточно смешно. Эй-хей, ну привет, 2.13 рублей это... 0,04 доллара. Я полностью понимаю, как же это трогательно для тебя, но все же. Зловантед. Зловантед. Что? Почему у меня до сих пор? Как он сыграл? Он как-то не так сыграл. Но меня это устраивает. Это устраивает, дорогой мой подписчик. Дорогой мой подписчик, который полезай в мою ТСВГФ. ТСВГФ. Я не знаю, как это расшифровывается. Надеюсь, не трюфельное масло, которое синоним анального секса с ТСВГФ первый месяц подряд подписался на стримы. Спасибо большое за подписку и за поддержку стримов. Мы тут наваливаем на стол. Мы пытаемся зарашить лицо. Мы убиваем вот эту штукенцию, чтобы меньше было мрази. И сейчас мы об этом наверняка пожалеем. Да, первый месяц подряд вполне. Ох ты, немного не повезло. А мне немного, ну так, за 4 маны 3-3 это, конечно, где-то на уровне с бомжом. Может ли здесь Рога избежать летала? Если не похиляется и не затантуется, пока выглядит, что не может. Кажется, открыл для себя новый тег, пишет человек. Батя смотрит, а ты тут про трюфельное масло. Трюфельное масло — это наше все. Гуфовский, спасибо за творчество. Добра от Барли. Это я читал. Барли у нас, к сожалению, немного... Хочешь что-нибудь взорвать? Здравствуй. Барли у нас немного не влез в топ донаты дня и месяца. Спасибо большое, очень ценю.
особенно за такую внушительную поддержку. Спасибо за твое творчество, поздравь, сдал все экзамены, скоро стану квалифицированным врачом. Мне кажется, у нас не хватает квалифицированных врачей, поэтому поздравляю. И да, вчера или позавчера была новость, которую так активно растиражировали, то что Робину Уильямсу неправильно диагностировали Паркинсона, и якобы он из-за этого, ну то есть, якобы он из-за... Он покончил жизнь самоубийством якобы из-за того, что ему диагностировали Паркинсона, болезнь, и он покончил жизнь самоубийством. Ну, как бы эту новость растиражировали, врачебная ошибка, все дела. Но почему-то все активно постящие эту новость забывают упомянуть или где-то там внизу статьи пишут о том, что у него все равно было, по сути, такое же дегенеративное заболевание. Что-то типа старческого слабоумия, в итоге у него все равно было. Свет дарует мне победу! Свет опалит тебя! Света палит тебя. Хорошо, оставляем слово силы, оставляем сексиста. Против нас тоже прист, который нас, в принципе, может... расконтролить. Особенно, если у нас не будет ранних... Ну, такси, рука, конечно. Была бы монетка, хоть что-то похожее. Он еще и золотой прист. Ну, как бы на арене-то... Понятно, все топовые карты в руке собрались. Не знаю, как мы будем с ними. Пока, Гуфен, желаю 12 побед. Спасибо, я обязательно постараюсь. 3000 зрителей почти, друзья. Как у тебя, говорят? Нет, у меня Хардстоуна зависимость с легкими метастазами трехступенчатого доната. Я маленький, но бью скользко. Ну так-то это проблем. Ладно, сексист. Хорошо, посмотрим. В теории приста может и не убить. Смерть меня не страшит! Смерть меня! Смерть. Ну давай карту потянем, чё. Тянем карту. Так себе карта. Можно тратить Silence, можно слово силы. Я выбираю слово силы. Моя судьба опять же предрешена. Хорошо, пока так посидим. Да, про квалифицированного врача я прочитал. Хочу летала, ты контролишь, пишет Фрокки. Но это было уже давно, неправда. Я уже все леталы давно сделал. А вот и Сайленсы подъехали, похоже. А вот и Нет, магическая деточка. Ну, в принципе, можно, как бы. Да, давай, пожалуй, реализуем Ну, блин, тут еще. Давай реализуем магическую девочку. Да, можешь. Прекрати скромничать. Нарожай мне качественных детей. Практически такие же качественные, как киви. Гуфен, я спустила на тебя уже 18 рублей, а теперь, когда у тебя появился киви, я не могу не сдержаться, не потратить еще пяток. Чмоки, сообщение. Спасибо, действительно, не сдержалась. Плохо. Дарк Кабалка. Ну, кое-как мы Дарк Кабалку-то убиваем, похоже, да? Поделать. Времена нынче. Давай, ну блин, вкусный зомби, учитывая то, что у него... Я боюсь вкусного зомби, поэтому пока просто похиляем училку. Спасибо всем за донаты. Политех или Железнодорожный институт? Помоги с выбором, спасибо за стримы. Ну, политех это достаточно раз... Дарк Хабалка. Политех это... Да, слово тьмы, я ожидал. Политех это достаточно размытое описание университета, соответственно, к чему душа лежит, надо тут говорить. Ладно, Тертермитя, вкусный зомби. Ну, вкусный зомби, конечно, такси, но выплюнем сейчас его. Иди, куда душа идет, соответственно. Потом, чтобы не жалеть, нужно хоть что-то. Как бы родители наговорят, понятно, что родители наговорят. И причем, возможно, даже плохо у него тоже Сайленс. Господи, такие мы два с ним дурачи над Сайленсом. Окей. Йети, которого нечем... Ну ладно, Йети кое-как умрет. А, нет, Йети не умрет. Че у него за колод такие слова силы, слова боли? Хорошему человеку 73 рубля 68 копеек не жалко, пишет человек на киви кошелек. Действительно не жалко, спасибо. Леха, привет, сделай отрыжку. 228.
и... Тебе около 25, и ты стримишь ХС. Мне около 25, я смотрю, как ты стримишь ХС. Anyway, how is your sex life? Пишет человек на Киви-кэше. Ну нормально так, сегодня Джайна, а завтра Андуин. Имя любимое мое. А может быть забудем все и пишем. Я не знаю, как тут чё. Чё-то похилял там. Да нормально, наблюдать, как ты тонешь в донатах, одно удовольствие, пишет человек. Ну, я немного тону в них, действительно. Так, что тут у нас? Ахахах, 5 рублей на кивасик для Гуфенской. Спасибо, для Гуфена. Слава Пепе, Гуфенскому слава. Спасибо, я Пепа, слава. Сделай, чтобы донат от 100 рубликов на экране показывался, ПС закину еще сотку. Надо матчасты изучать. Я поэтому сегодня не хотел стримить, хотел все-таки. Так, он под бафами какими-то, плюс 2 к здоровью. Все не очень хорошо, потому что, конечно... Посмотрим, сработает ли! Ладно, выхиливаемся. Ой, как сидим. Да, ну блин, я не ожидал, во-первых, что сегодня будет столько донатов, друзья. Спасибо, и незначительные суммы, и значительные, и очень приятно. Я просто пришел как бы постримить, поэтому... Хотелось причесать нижнюю информационную панель, я ее причесал. Немножко все-таки стримы в порядок привожу, что нужно было давно сделать. Может, еще и легенду возьмешь? Да не, какую легенду, ты че? Так, он меня активно рашит лицо, и у меня проблемы, потому что... Я проблема. Как поживаешь? Рога убить? Да нет. Что-то да. Да, алчный наемник здесь, конечно, немного подгадил. Я уже по темпу могу и не... Бульмени охота. Все пишут, что охота бульмени. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я что, за интернет плачу, чтобы вопросы донаторов слушать, пишет человек. Ну как бы всегда на стримах вопросы-то. Прими объятия. Привет, Алекс, спасибо за стримы и видео. Скажи, как относишься к группе Плацебо. Смотрел ли ты Боберм? Плацебо. Плацебо на днях слушал. Спасибо, нейтрально привет, отношусь, нормально. Привет. Подписчиков-то больше люблю, потому что подписчиков! Потому что подписчиков, бульмени. Люди спамят. Wheels! Wheels. Ну это я не хочу просто на игру смотреть, потому что там все плохо. Лучше подписчиков вписывать в штуку, вот это вот все. Все плохо! Действительно, все плохо. Так, да, тут еще и Окинайка. Тянем карту. Так, у нас есть таунт, который ни за что умрет. Ну, блин, я выжил кое-как. Хорошо, таунт по-любому. Не хиляться, танк-паук и Синдарайка. Синдарайка, которая умрет от пинга. Твою мать. Да, в итоге сыграл просто богоподобно. Поставь флаги, или я спать пошел. Пропал! Интернет! Куда? Лети! Зачем читаешь всякие маленькие донаты от Унтерменьши? Сообщение на Киви за рубль 47 копеек. Это смешно, я смеялся. Это целый 1 рупий. Гуфик, ты самый лучший стример. Сообщение на Киви. И сообщение на Киви. Будешь ли ты сегодня в ход? ЗП заброшу с прогиба Баблинского, что прямо души вообще совсем. Спрашивает Злобин. А в ХС я пока не знаю, будут ли там мужички. Одному в ХС. Я не, в общем, да, подводя итог. Ничего не могу тут сделать. Не могу предсмертный хрип активировать. Выжить не могу. Возможно, он там сагрится на что-нибудь. Нет, он ни на что не сагрится. Фу, я действительно, я немного потонул в донатах. Так, ну мы немного... Потихонечку выплыли. Выплыли из донатного берега, поэтому... Поэтому начинаем все-таки играть. Играем. Пророк Велина. Он еще и бэймит, леди и джентльмены, дамы и господа. А что это такое? А что это он бэймит? Хорошо. Возьми себе медива, что ли, пишет человек. Ну, вообще, да, по-хорошему.
Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. А, нет, сейчас, наверное, не посмотрим. Но у нас пока прист, надо как-то это потом будет эпично оформить на стримце. Хорошо, это поражение, мы сейчас будем... Надо, давай... Давай донат рожденный ублюдок хотя бы вспомнит собственную колоду, что он тут накликал. У нас есть ранние дропы, у нас куча драконов. Это хорошо для дракончика. У нас достаточное количество два дропов, у нас гном техник, поэтому мы оставляем мехов. Нет очисток стола. Ну и лейт есть. Ладно, хорошо. Сейчас попробуем что-нибудь с этим делать. Ставим себе одно поражение заслуженное. Да, в обмане надо будет немного. Там еще пароль, сволочь, на обмане. Он еще и жалуется! Тварь! Картинку вставить. Что творится? Андуин! И... Шайна! Зачем Медива менять сиськи на старика? Ну, Медива, может, нет, а вот Магни... Магни же его зовут, по-моему. Свет! Проблема Света в том, что инженер-новичок у нас немного не жилец. Хорошо, оставим так. О мой бог, понятно. Что так перестало вести-то? Вторая попытка, хорошего тебе вечера, как киса поживает. Киса хорошо поживает. Сегодня проблематично до меня в чате достучаться, потому что с iPad'а не запустилось. Запустилось. Но у меня ничего нету. Как тут выигрывать, блин? Почти 3К зрителей. Да, 3К зрителей это почти. А мы-то и не почти, потому что... Крикни Лерой Дженкинс! Крикнул. Брат Менч в натуре залепила. Ну, видимо, ты хотел написать меня, но получилось Менч. В любом случае, спасибо за донат и за поддержку. Всем сегодня, в очередной раз. Я проигрываю. Сладенький гномик тут не надо. Не надо быть таким сладким. Мне нужно хоть что-то выкладывать, поэтому уменьшвайны. А может быть стоило тем... Не, ну темный сексист через монетку, это совсем не так. Совсем никак. Да, сегодня, друзья, всем и подписчикам. Большое спасибо. У нас еще есть Яндекс. Здрасте, Гуфен, у тебя есть телек? Да, у меня Philips с Ambilight'ом на 40 дюймов. Использую повелитель огня, это плохо. А, господи. Сексист. Делать ему 6 хп. Умирает. Дракон умирает. Как все плохо, а? Гнома, гномика тоже жалко. Меня наполняет сила. Да, он у меня подключен, собственно говоря, к компьютеру, и я частенько, на телеке что-нибудь смотрю. Делай видосик про бульмени, пишет человек. Луз опять, пишет человек. Ну что-то по темпу нам не... Тем более фаербол, я не знаю, как тут восстанавливаться. Мне нужно... Было боли, слова тьмы. Не ходи со мной гулять. Делаем вот так. Надеемся на... Что-то! Да, тут проблемы. Ябра! Тут проблемы. Сообщение на Яндекс.Деньги. Доброго вечера, сударь. Будьте так любезны. Передайте привет моему другу Андрею из Железногорска. Андрею, привет, радио Гуфен. Донат на его тварь передает привет весь вечер сегодня. Еще и дыхание дракона. Хвост феи дракона! Да, ну хоть что-то он потерял. У меня мало хп. Но, похоже, все-таки ранний террор мы остановили. Смотрим, как алчный наемник превращается в полиморфа. Привет, Гуф, мои 70 копеек, да поздравление тебе с праздником, днем работника Азербайджана. Спасибо. Наверное, Азербайджан, это же, да, это... Привет, Гуфенский, спасибо за твое творчество, спой какую-нибудь песню из Полиночки, ну, плиз, пишет человек. Я сегодня слушал какую-то новую песню Нюши, но она какая-то ни о чём. Я даже ее воспроизвести не могу, честно говоря. Из Полиночки, ну, спек! У Полиночки только спектакль. Гаснет свет! Как тут выигрывать? Хихилять наемника, возможно, все-таки стоило. Все плохо.
И сообщение на Яндекс.Деньги, сколько надо заплатить за платные уроки ХС. Ну, мне кажется, сегодня все-таки уже за платные уроки ХС уплочены, поэтому, если ты видишь... Да тут, собственно, даже никаких особо у меня ошибок не было. Уилл спрашивает, чему не сказал, что второй месяц подряд я не чмокнул, еще люди требуют смайлик бульмени, обожаю тебя, чмоки. Видимо, не заметил Уиллс, что второй месяц подряд. Мне показалось, что первый месяц подряд. У меня проблемы, и меня немного мажордома, мажордомское отродье меня немного унизило. Делаем... Делаем жир, возможно. Ну, блин, выхиливаться уже, потому что слизнюк-то не нужен совсем здесь. Ну, ладно. Да нет, нужен, нужен. Нет, мы еще не проиграли, кстати говоря. Нужно... Забань, плиз, спамящих неадекватов. В такие дни ты рад, что стримишь, спрашивают люди. Я всегда рад, это как бы не в донатах дело, я говорил. Я немного не рад, то, что не получилось все-таки это все организовать нормально. 4-4, у него дракончик достаточно слабенький. Блин, ну... Ну хоть что-нибудь мне... Ну, у меня ничего... У меня пиромант есть. Можно пироманта через лазурного дракона достать. И, конечно, было бы неплохо. Было бы неплохо. Другие варианты. Не, мажордома не буду убивать. Зачем? Надо подумать. Уменьш вайны. Да можно, в принципе. Или даже нет. Рада! А может и надо было. Да, надо было. Ошибка. Господи, чё ж так плохо играю-то? Поставь курсор из Полиночки, говорит человек. Расскажи мне смешную шутку, или я пошел спать. Это, по-моему, тот же человек, который флаги просил спеть. То есть, флаги я вроде как спел. Куда? Смешная шутка, но с шутками проблемы. Здорово, Гуфен, передай приз, что Мишка бомжик. СПС. Мишка, видимо, бомжик. А, он еще и выхилил. По-моему, я тут бомжик, потому что никак не могу выиграть у этой замечательной госпожи Грудины. Ну, с другой стороны, госпожа Грудина и меня не может здесь все-таки одолеть. Потихонечку мы по каким-то еще неисповедимыми путями господними мы до сих пор живы. В ранкет играете, спрашивает человек. Кстати, да, надо было это добавить. Это надо было добавить fuck you. Fuck. Ранкет крайне редко играю на стримах, если по настроению, если настроение соответствующее, то иногда играю дома. Выхиливаемся, каждый ход выхиливаемся. Темный сексист, все дела, по столу кое-как живем. Пятый ранг, да, привет, в прошлом привет, месяце был четвертый привет. Ранг. А в этом месяце подписчик, который подписывается уже пятый месяц подряд, это Эрик WSW Wild, Verse Wild. Так, наверное, да? WLD. Нет, не так. Эрик WSWLD. Или так. Спасибо большое за пятый месяц подписки. У меня глазки болят от доната! И! Нет, все хорошо. Спасибо, друзья. Я сегодня усну сытым человеком. Пойду себе... Что я себе пойду куплю? Хлеба куплю. Причем белого куплю. Говорят, еще черный какой-то есть, не пробовал никогда. Попробую черного хлеба. Возможно, есть даже серый, даже кукурузного хлеба. Попробую. Да, это смешно. Имитировать голос пьяного, это всегда моя смешно. Классика, блин. Убиваем это. Выкладываем гномика. Так, гномика, кстати, похоже, все-таки выкладываем. Вкладываем это и хиляемся. На вебмане. Я присягаю на вечную верность вам, господин Гуфен. Спасибо. Раздевайся. И это снова я. Хочу сказать, что защитил на днях диплом и
на них диплом, и если что, обращайся, бесплатно почти покатаю на поезде. Бесплатно почти. Как относишься к киноману? Давненько ничего не смотрел, там какие-то... Зашел на канал, увидел 50 каких-то непонятных видосов про черепашек-ниндзя, и такой, типа, чё? Загадочный секрет. Загадочный секрет. Проверяем на отражёнку. Проверили. Мы должны очистить солнечный колодец. Убили, убили. Клялись. Убили. Господи, неужели отковырялся? Флеймстрайк здесь, конечно, достаточно разрушительный. Куфенович, спасибо за стримы. Будешь в городе Юрьевце. Шашлыки и копченые окуни с меня. Всем пока, стрим заканчивается. Я поехал в славный город Юрьевец, видимо, да, читается правильно. Славный город Юрьевец. Катает на своем поезде, пишет человек в чате, это смешно. А можно на короля лича накинуть штуку? Нет, на короля лича штуку накинуть нельзя, поэтому мы здесь жертвуем двумя пациентами. Есть какая-то безумная комба, с помощью которой он может 11 хп мне снести, если я сейчас вот этих вот двух выложу и не похиляюсь. Глыба нет. Интеллект чародей... Ну, нет, вроде. Ладно. Посмотрим, с удивлением обнаружим, что потом такая комба все-таки была. Приезжай в Питер, говорит человек. Питер давненько... Всегда... Где смайлики с Валуем, Кусаком, твоя Капа и Крестик, спрашивает человек. Немного изменил состав смайликов, можно внизу посмотреть состав смайликов. Два фаербола, но два фаербола он не может просто выкинуть, вот в чем проблема. Поэтому у него один фаербол. И супер безумная булшит легендарка, которую он потенциально может выложить, она умрет от майнд-контроля. Выхиливаемся, пьем. Go в Бесидге. Чмок, сообщение на Киви. В Бесидге когда-нибудь придем, пока у нас тут какие-то супер долгие арены. Не, летало не было. Тихо, там летало не было. В Бесидге обязательно вернемся. Гуф, я тебя люблю. Спасибо, я тебя тоже. Поздравь меня со второй легендаркой подряд. Керн и Зера. А еще у тебя гиперссылки на канал не работают. Поздравляю, хорошие легендарки. Вполне себе хорошие. Видел, как в скобках Полиночка, в кавычках, выступала на субботнем вечере по России-1, как ты это объяснишь? Так что она... Она популярная певица, ее позвали на Россию-1. Так примерно. Господи, такие топлеи! Damn, son, где ты нашел такой топлей? Да, к вопросу о том, до этого меня человек спрашивал, рад ли я, что я сегодня стримлю. Я рад, что сегодня стримлю, мне нравится колода. Мне нравится на арене периодически играть в приста. Соответственно, приста. За приста. Кукурузные хлопья с молоком или с какао? Конечно же, с молоком. За приста мне нравится играть периодически на аренах, потому что безумные какие-то комбинации, геймплей достаточно сильно отличается от всего того, что есть у других героев. Особенно если каких-нибудь выговаривай слова. Особенно если удалось набрать каких-нибудь. Окина, кабалок, опять же, да. Хорошо. Два сексиста, слово боли. Кто у нас воин? Рероль Нимпироманта. Ну так, сойдет, пожалуй. Здрасте еще раз, я тебя спрашивал про телек, а какого года твой телек? Он был, ему года 3, и он уже считался, по-моему, это 6-е поколение Филлипсов, если кому-то это что-то скажет. Нет, даже 5-е поколение Филлипсов. Возможно, сейчас, а может, уже и больше. Достаточно старый, но Full HD как бы. 4К не пошло в массы. Перед кризисом, конечно, какие-то, знаешь, такие робкие на горизонте мелькали мыслишки оптимистичные, то что «Эх, вот в 2015-м как 4К-то попрёт, как вы...» Они дешеветь хорошо начали, а сейчас мы, блин, мы в дерьме, мы какие 4К, тут бы хлеба!
Сообщение на вебмане. Покажи сисечки! Ну, нет, не на вебмане, на Киви. Быстро пока шутка еще тлеет, пока летает картавый флёр шутки. Есть ли тут где-то... Ну, блин, Джордж есть, я из него тоже хотел сделать смайлик. Нету сисечек. Хорошо, темный сексист через монетку. Троит вместо сисечек. Блин, сколько раз на стриме нужно сказать сисечки, чтобы это стало звучать мерзко? Один?! Как относишься к Китченезу, спрашивают. Очень хорошо отношусь, очень популярный стример, который по ночам стримит. Боль говорит за меня. Ой, не, ну можно ему одну карту дать, конечно, потому что два сексиста. Два сексиста, это моя сила. Сексист будет немного уязвим к Fire War X. Fire War X. Ну, у нас потом таунты, все дела. Ладно, давай. Мы его еще и морально деморализуем и напугаем своими двумя. Че, комплимент пропускаешь, потому что не получается сегодня чат читать. Каждый раз радуюсь твоим стримом, by the way. Ты очень хорошо поднимаешь настроение. Спасибо тебе. Спасибо, что смотрите. И 3000 зрителей, друзья, всем привет. Мы здесь воина немного убиваем. Можно уменьшить хипе. Можно отсидеться за тунцом. Тунтец немного умрет, опять же, от пресловутого Fire War X. Можно, конечно, слово тьмы слить, но это полный бред. Ну, комбас уменьш мастером, блин, не хочу сливать ее. А потом забуду про нее, так что какого хрен не слил? Надо было и слить. Хорошо. Уже не 3000. Почему ты стримишь без вебки? Для Киви специальную симку купил? Да, блин, побил, бабуля шла. Шла бабуля по улице, я говорю, вы понимаете? Да подождите, женщина, послушайте меня, я стример! Ну, короче. Извини меня. Если ты меня слышишь, мертвая женщина. Бабуля! Никогда не знал, что авоськой человека можно до смерти забить. Почему такой хайп по Пепе? Я, кстати, не понимаю, почему такой хайп по Пепе. Как бы, я начал еще до тренда. Трендить. Пепить Пепу. Ты пошел вон. Ты проходи. Тебя, к сожалению, не похилять, потому что ты какой-то не захильный у нас. Невыездной ты у нас. Он у нас не выездной. Хорошо. Авоська хорошее слово. Это же тупые свиньи, у них одно лицо удали Пепу, верни винтажа. Нет. Если я удалю Пепу, то Пепу нельзя будет выгуливать в чате. Я не понимаю вообще. Искал правило 34 с Пепой. Нет, по-моему. Не настолько я еще пал. По-моему, еще все-таки не настолько пал. Вождя за адского крика это не очень приятно, и он там что-то еще где-то нашкрябал. Ну ладно, чё. Действительно наш крябал. Ну мы можем просто вывалить что-нибудь крупненькое, можем поменьше. Ладно, моя давай. Посидим с двумя такими картами, в принципе, меня достаточно вполне себе устраивает. Да, на глаза болят. Не знаю, кому это интересно, я не знаю вообще. На стримах. Да на стримах жалуются, все сидят. Такая-то нелегкая жизнь, блин, у стримерской рожи. Конечно. Давай. Вроде. Нужно быть православным человеком, чтобы тебя увидеть. Что православным? Меня увидеть, типа я... Господь! Что же тебе? Меня нельзя увидеть без того, чтобы обладать право... Так, комбы с мужичками нету, мистер Кусака и лорд Кусака и другая маленькая тварь ничего здесь не убивает. Но это уже отчаявшийся воин версии 2.1. Чтобы окончательно унизить отчаявшегося воина, отчалившего. Нет, мы не будем делать эту штуку, потому что как бы... Или будем... Не будем делать штуку, просто убьем, хилим, ударим.
выложим толстячка и, в принципе, будем сидеть. Гуфовики, посоветую хороший сериал. Сейчас все хайпят. Не, ну он еще до конца не вышел, я все-таки предпочитаю сериал до конца. Ну, сейчас, как бы, наверное, все-таки смотри True Detective, чтобы в тренде быть. И Sense8 попробуй, восьмое чувство, все дела. Костюмы, сьютс. Новый сезон, посмотрел первую серию нового сезона. Ну, пока как-то особо... Особо никак, но, конечно, хороший сериал. Примкни к нам или умри. Можно одновременно... Чувствуется, что все-таки заканчиваются у них какие-то ситуации уже. Все-таки с сюжетом работа достаточно сложная им предстоит, чтобы дальше его поддерживать на должном уровне. Викинги, да, кипинги тоже. Кипинги тоже. Кипинги тоже пойдут. Уменьшвайны, ударить, похилять, продолжить ковырять. Сидеть с тремя существами, играть вокруг Mind Control теха, вот этого всего. Смотрел Shameless? Нет, Shameless у меня лежит где-то. Где-то там. Мои глаза всегда открыты, да помогут мне духи предков. Как ты думаешь, есть люди, которые знают правду о человечестве, ведь скрывают это, пишет человек. Скрывают. Так, у него дурацкий молоток. Дурацкий молоток. Вокруг дурацкого молотка мы играем каким образом? Летала тут вроде нет. Летала не вижу. Делать так, чтобы все выжили. Что-то, по-моему, не могу сделать так, чтобы все выжили, поэтому одним маленьким, да, тут даже сайленс особо не нужен, конечно. С одним маленьким мы распрощаемся, паучий лоб. Навалим сейчас в данный момент... Нет, в принципе, особо много на стол наваливать, а может быть. Я не знаю, хилим училку, чтобы там от всяких вихрей она не умерла. Как тебе геймплей Uncharted 4? Отлично, геймплей, очень хорошо выглядит игра. Дух захватывает, ну... Прям... Нет, действительно очень. Именно тот кусок, который они показали. Сейчас вышла расширенная версия геймплея с E3. Очень хороший кусок. Давай-ка в лицо, что ли. Ах, сынок, ну ты что? Ну ладно, сойдет. Тут что-то надо это, с берсерком. В смысле, с... Это я Слизняка там, по-моему. Нет, Слизняка не пропустил случайно. Играл в игру Руна. Да, в детстве играл. Так, воин у нас отъехал. Играл, до конца не прошел. Ее тогда очень принято было модно сравнивать с... Как же это другой слэшер-то назывался, который до Руны вышел, и который был типа очень хардкорный по механике. Руна неплохая игра, там можно было человека ногой или рукой оторванной до смерти добить. Мой тип игр всегда так делал. Бабуля, прости. Видел нового Терминатора? Нет, я боюсь. Хотя по отзывам... Нет, все равно боюсь. Отзывы мне. Боюсь! Не надо! Сообщение про Яндекс деньги. Мне было очень важно узнать про твой телек. Спасибо за ответы. Удачи. Это какая-то, по-моему, неприкрытая ирония скользит в его словах. Сквозит, я бы даже сказал. Но, на всякий случай, пожалуйста, всегда рад помочь ответами про свой телек. Так, велено оставляем. В принципе, училку через монетку можно оставить. Но, блин, Тартармития сексуальный террорист, но мы его... Там вверху пожарник сидит. Да, есть теория, то, что следующее дополнение будет посвящено Даздингам, потому что это рубашка Даздинга, а типа каждая третья рубашка месяца это... Это тизер нового дополнения сюжетного. Ну и рубашка, конечно, просто богоподобная. Давай ранних дропов мне. Запомню имя любимое мое.
Blade of Darkness, да, Blade of Darkness. Так вот, ну, у нас ничего нет. Так, себе рука, честно говоря, не очень нравится. Будет еще хотлайн, наверное, нет. Дракончик, это хорошо. Был бы на первом ходике, был бы вообще восхитительно. Ну и так тоже сойдет. Когда будет сквирт в лицо? Да у меня сегодня, я тут сквиртую по полной на три... На три фронта сквиртую. Трех сквирта... Ну, все. Так, попингушечка. Есть желание разыграть через монетку Дракондора. Конечно, можно нарваться на полиморфы и на фаерболы. Но под таунтом отсидеться было бы неплохо следующим ходом. Или Вилена накинуть. Сейчас посмотрим. Вилен, конечно, но опять же, лучше уж тогда сейчас, если там что-то у вас есть. И кто против Божественного Союза? Так, понятно. Ну, не очень-то и хотелось. Нет, на самом деле хотелось-то очень. Хиляем, выкладываем штуку. Сначала надо выкладывать штуку, потом делать другие штуки, но это уже не важно. Нормальная рука, мы раннюю агрессию, нас не задолбили никакими, ни за какими мажордомами, никакими. Витас, седьмой элемент. Да, я знаю, что сейчас это стало очень популярно на Западе, там где-то кинули, и все смеются, и форсят, и смеются. Он готов. Он готов. Даздинга у нас... умирает. Ну да. Бездна! Ну давай так посидим. Скоро флеймстрайк. До флеймстрайка мы в принципе зашлись на Reddit, говорят. На Reddit, в принципе. Какие мысли насчет третьего приключения в Хардстоун? Мысли, блин, нах... Пусть проваливают с третьим приключением в Хардстоун, блин. Дайте мне 120 карт новых, а-ля гоблины и гномы, твари. Третье приключение в Хардстоун, блин. 1500 за 30 карт, блин. Третье приключение в Хардстоуне. Контент мне где? Какие потасовки? Так, как играем? Ну, давай будем сильно бить. Какие потасовки, какие? Дайте, блин, экспеншн паки где? Приключения после экспеншн пака. Помнишь меня? Конечно же, чуть не. Ой, седьмое чувство. Я еще, в смысле, седьмой элемент. Я еще не очень знаю эту песню. Что же делать? Что-то я не знаю. Что-то мне нехорошо. Он прям таращится на тебя. Он прям тебе нехорошо. Можно уменьшить вайны. А можно и нет. Ну это, конечно, не совсем по мане. Это равноценно примерно. Давай! Давай! Это убьем просто. Ну опять же, не, флеймстрайк, я думаю, уже бы был, поэтому все-таки, возможно, флеймстрайка не будет. Наксрамос же был до гоблинов и гномов. Ну, соответственно, все правильно. То есть Наксрамос, потом гоблины и гномы. Потом Черная гора. Значит, следующим, по факту, должен быть нормальный экспеншн. Флеймстрайк, да. Но если по каким-то причинам вместо экспеншена, то есть вместо экспеншена мы получили, мать вашу, потасовку, то Близзардам пора уходить. Уходи! Какая любимая озвучка карты? Ветра, повинуйтесь моей воле, до оргазма доводит, спрашивает человек в чате. Ветра! Я не могу так. Мне несколько карт не нравится озвучка, то есть она в оригинале получше. Культистки 4-2.
Назвучка английская гораздо лучше. Так больше особо никого припомнить я не могу. Так. Mind control на вас нет. Обнаружена магия. Магия. Что творю? Моя судьба предрешена. Может, тебя тоже? Моя судьба... Да нет! Зачем? Ну, блин, можно и пожалеть, конечно. Мужичков еще лучше. Да, мужичков хорошие тоже. Извиняюсь сегодня в очередной раз за то, что не могу все сообщения в чате читать. Обычно я больше читаю, но сегодня я, к сожалению, без айпэда. Будет таунт? Таунта не будет. Будет ли тау? Не похоже. Не похожий на летал. Небо на меня. Просто парень. Ой, нет. Что, зачем? Окей. Летал мы не сможем вытянуть, потому что его там нет. Потому что там нет никаких дамагов в лицо. Велен вышел. Воруем 8-8. Воровать не бру. Короче, фейсик, любимая. Ну да, так-то надо же. Как же следуй правилам? Ну, в оригинале тоже хорошее. Follow the rules там. А у нас акцент не так явно выражен. Следуй. Я как бы даже усиляю акцент, да. Когда дразню маленького усиляю. Следуй правилам. Но у нас не так сильно выражен акцент. Они боялись просто, что их приедут ножами. Сообщение на киви-кошельке. Желаю тебе никогда не найти девушку, стать магом в 30 и захватить мир, кастуя фаербол и стримя ХС. Спасибо, наверное, ну как бы, а можно все-таки девушку? Так, я выйду, окей. Пока суть для дела, пока мы искали себе девушку и в 30 лет уже были магами, мы немного выиграли. Хорошо. Да. Давай рекламу, говорит человек. Я чай заварю. Нет, реклама, а не между аренами. А здесь между ареной какой-то. Как-то сегодня не до... Между аренные игры. Я растишку ел сегодня. Интересно, что... А вот у меня вот коробчонка. Если АСРМ нужны... Растишка. Очень вкусный. Я не знаю, что со мной вообще не так. Оставим, будем надеяться на мехов. Рука нормальная. Будем надеяться на мемы. На то, что мемы придут в руку. Вы только за качественные мемы. Эх, не выпали одни дропы-то. Но у меня, собственно, из одних дропов-то не так уж их и много. Там штука и штучка. Штука и штучка. Это у нас паладин. Окей. Всякий случай выкинем 3 урона. Растишки у бабули стырил? Да нет. Нет, просто. Поднять шипы. Ну типа там не шипы, а щиты, ну ты понял. Ну да, жалко, конечно, кровавого Тони. Имя, любимая моя. Не будем пока выкладывать клирика. Играем вот так. А потом уже дальше посмотрим. Сколько детей хочешь? Ну, как бы... Так сказать, материнство. Отцовство — это вообще достаточно... Серьезная вещь. Серьезный шаг. Лично для меня. Поэтому, мне кажется, и одного сложно, как бы. Не то, что прокормить, а...
вырастить из него человека. Ну, прикинь, блин, когда там уже переходный возраст, 13-14 лет, и у тебя их 8. Одна, блин, обкололась вся спайсуха, и другая лоложку смотрит, и как их всех носить в подвале. Так, это у нас умирает, потому что слишком много мороки. Ну да, было бы 5 маны, было бы получше. Другие варианты. Других вариантов особо нет. А Тру Сильвера погрустнеет. Карты я довольно-таки много потратил, но пока... Пока, похоже, ученики, все-таки внимание. Вот так. Ученики, это плохо. Убивать нечем. Сексист. Проклятые готовы. Ударить. Похилить. Пока так. Что-то как-то с учениками мы немного... С ученики, я бы даже сказал. Переходный возраст, а твой батя-стример даже легенду взять не может. Ну, я думаю, когда у меня уже все-таки будет... У меня будет моего производства ублюдок, который... Что я хочу? Что я вообще пытаюсь? Если кто-нибудь знает, что я пытаюсь на протяжении многочисленных стримов, стримов, которые там идут уже по полгода, у кого-то уже в этом месяце будет 7 месяцев, если он решит на меня подписаться. О чем я вообще говорю-то все время? Я не... В общем, да, короче, нормально у меня все с этими. Так, ну что, два сексиста, это сила. Как он разыграет? У него маленький слабенький молоток, на который я не хочу тратить слизнюка. Но он по-любому убрет. Убрет. Убьет жрицу. И вроде как может еще и сектанта убить, но тогда интересно. Сектант другой забафается. Если сайленс, то я много чего потеряю. Сыграем танка-паука. Для него это по приоритету будет не первая цель. Возможно, удастся гнома техника. Сколько планируешь в субботу стрим запустить? Да как обычно, если он вообще будет... Так, ну я надеюсь, все-таки танк паук живет. Ладно. Тут, к сожалению, тертермития, похоже. Можно какую-нибудь запчасть достать полезную из гнома техника. А меня здесь какая устроит, собственно говоря? Реверсивное трахание. Все какие? Никакие примерно. Таунт. Не особо. Ну да, тертермейте. Можно вкусного зомби еще. Не знаю зачем, отстань! Я говорю, что легенда берется после достижения критической массы сыгранных игр. Сколько примерно? 200-300. Ну тут зависит от скилла. Так, плохо. Лучшее существо за 4-5, за 4 маны выпало, это хорошо. От скилла зависит, от выбранного и колоды. Ну, мне кажется, больше 100 игр точно. Берем запчасть. Получаем запчасть, которая позволяет убить Дракондора. Хотим ли мы убить Дракондора, который на самом деле драконит? Садомит, что? Или можно бить лицо? Бить лицо, мое лицо! Так, это убивает, это убивает, это хиляет, это запчасть убьет лицо. Такой примерно план. Тихо, тихо. Умри, насекомое. Насекомое прям? Ой, кто-то пародирует Рагнароса. Но интонация, интонация, кстати, у него какая-то слабенькая для человека, который... Хилим вкусного зомби, чтобы он не отхилялся сам. А так. Балуешься Китай шопингом. Заказал. Заказал браслетик. Ксиом. Ой, вот это плохо. Два освещения это. Ну, это скилл страйк, собственно говоря. Внезапно ситуация ухудшилась. Ладно. Паладинский флеймстрайк, ничего особенного. Впрочем, ничего нового. Ха-ха, мемы.
Ладно, ну блин, тут дракона особо-то и выкладывать. Но с другой стороны, ему придется размениваться, потому что я-то не буду размениваться. В нормальной ситуации как бы драконит меняется, и типа я должен убивать, потому что типа драконит это на два... Ой. Не очень, у него лучше. Хотя... Мои глаза все одно и то же, по факту. Я нам по браслетику. Ну да. Ну так-то плохо вообще. Ну так-то слизень есть. Проклятые готовы сражаться. Приветствую тебя, имя света. Пока так. Владина одна карта. Ну ладно, две карты. Пока две карты. Не уверен, как мы будем здесь. Чуть-чуть поплохело, мне кажется. Гуфен, спасибо тебе за стрим и сообщение на Киви. С друзьями хихикаем все вместе. И где видео? Видео будут. Стрим уже, вот он. Стрим можно закатать немного на видеоформат. А летало-то нету. Ах ты мой маленький БГХ. А летало-то нету. Моя судьба предрешена. А судьба-то предрешена. Ну ладно, посмотрим. Че у него там? Его надо где-то найти. Дворф его устраивает. Ну, Сайленс по-любому устраивает, конечно, да. Справедливость. Хилл тоже устраивает. Гуф, теремок планирует выйти на американский рынок. Что скажешь, полюбит блинцы? Ну, в Америке сейчас, конечно, ненависть и нетерпимость к русским. На уровне с нашей примерно. Так, я проиграл, что ли? Со всеми этими делами. Я проиграл прям? Бум-бум. Интересно. 9, ну да, проиграл. Вот он-то меня по темпу в итоге и выиграл. Мог я что-то сделать? А чё я ничего? Ну да, как-то я за ХП немного не следил. Надо подумать. Окей. Проиграл. Моя судьба решена. Увы и ах. Может он не заметит? Надо было размены делать. Да, к сожалению, надо было размены делать. Окей. Погрустнело. Бга! Тянул он по смс-ке. Ну давай прочитаем смс-ку. СМС-ка пропущена в вызове, поэтому... Как он 6 побед... Как он 6 побед таким образом делает? Ну, иногда ошибаюсь, что поделать. Он в итоге до 29 хп выхилился, ну почти, ладно. Хорошо, проиграли. 6-2. 6-2 мы еще повоюем. Мы бесплатно не воюем! Чего сливаться начал? Надо было размены делать, не знаю. Мне казалось, что я выигрываю. Обидно. Окей. По поводу блинов в Америке, конечно, все-таки не знаю. Мне кажется, не взлетит. Андуин. Вот, это был праздничный зевок, потому что у нас 3500, кстати говоря, это не шутки. Неплохая рука. Ну ладно, давай, все-таки есть тяжелые карты в колоде, можно и похуже себе обеспечить. Золотой варлок, легендарный, не то чтобы это как-то сильно влияло на арене, но сам факт. Сам факт остается. Донаты закончились, вот и лузаешь, пишет человек. Нет, наоборот, больше за игрой слежу, поэтому. А вдруг у него жираксу? Тихо. Ну прям все по алфавиту, ты гля. Ну по тому алфавиту, который из цифр состоит. Сбрось там что-нибудь. Да, нормально, лучшую карту для арены сбросил, чтобы убить слизнюка. Рекомендую. Рекомендую такие плей абсолютно всем.
Любишь стримить? Я люблю стримить. Что у вас там за 4 маны? Да с Динго. Ну, да с Динго это не очень приятно. Но... Крошка топ-дек! Мерзко. Как же он визжит, господи. Ну что, защититься от еще одного ожога души? Давай. Конечно, уже из разряда маразма. Смотрел стендапы Джима Керри. Смотрел Saturday Night Live с Джимом Керри. Понятно, Silence. Нет, стендапы не смотрел. Размениваться или тратить у Меншвайна? Скорее размениваться. За город механика! Окей. Чего говоришь, сначала карту тянут? Не знаю про такие плей. Чего за браслет заказал? Ну, какой там Хиоми, смарт-бенд, вот это вот все. Зачем меня призвали? Варгена. Ну, Варгена здесь... Ладно. Посмотрим, что он будет делать. Ну, кстати, у... У Варлока есть несколько неприятных активаторов Варгена. Плюс 4-4, которые дает. Будет не самым здесь, конечно. Синдерайка тоже. Возможно, стоило прочитать это все как-то получше. Запуск портала открытый. Запуск портала открытый. Нам нужно как-то реализовывать. Это мы все реализовываем. Так, по мане не хватает. Уменьшаем атаку. Ну да. Похилять бы еще хотелось, конечно. Не говори, что мы похиляли. Не чувствуешь вот его между... Ну давай, конечно, сыграем так, но что-то я... Адское пламя нас наказывает немного. Когда твоя ККИ выйдет? Особо никогда ККИ я не планировал делать. Сейчас, если что-то делать, то, мне кажется, все-таки, по моему скромному мнению, во-первых, не на... Не в картоне, а электронное. И что-то близкое к Хредстоуну, именно по упрощенности механики. Базовая механика должна быть достаточно простая. Базовая механика должна быть достаточно базовой. Ты чего все время тавтологируешь-то? Тавтологируешь, потому и не кусают. Орбидол. Спонсор Старина. Короче, я навалил. Чё говоришь, круговерть? Да никто и никогда в истории разумного человека... Легендарный варлок! Легендарный варлок! Что, круговерть? Да никогда. Моя работа крайне важна. Отстань. У него самогонщицы без самогона. Вот это вот. Вот это вот мерзость. Нам сейчас Silence придет, и мы нормально будем сидеть. Это не Сайленс, не надо меня так за... Ты меня за придурка не держи. Хорошо. Бум-бум. Бум-бум. Чё, я... Фу, считать надо, фу. Голова побаливает, чтобы считать. Окей. Так же, нет? Или так? Так больше выживает существ? Нет, не больше. Мощь, говорит. Безгранично. Ну давай, давай. А я знал, что маны не... А чё это я не хватил? А, да, последовательность. Ну вот, собственно говоря. С маленькой последовательности нет, блин. Ну я пере... У меня сердце... Такой я плохой вообще, такой я плохой. Господи Иисусе, я в агонии. Неприятно. Ну так, да. Так-то вполне себе выглядит как неприятность. Неправильно сыграл, блин, тютя. Так, это бум, это бум. Ну теперь плохо все. Теперь все. Все, воруем. 2-4 воруем и сидим. А чё?
Не то чтобы он сейчас что-нибудь. Это фигня. Ой, нет. Что за синергия такая? Грязь пошла. Грязь пошла. Ну, ладно, давай мне больше бесов. Ща в лицо-то зафейсуем быстренько. Поп-поп. Темпе в темпе. Темпо. Ой, ну конечно, для приста это. Ну ты где был-то, сынок? Ну ладно. Так-то да. Бесконечные бесы. Наконец-то секрет... Эх, давай. Наконец-то секрет бесконечных бесов. Был мной. Какие последние обновления в твоей комикс-коллекции? Гражданская война от Пашета, от Хашета, от Панини. Гражданская война, Альтрон. Что-то еще. Окей. Трепещи — это плохо, потому что от трепещи у нас немного несварения. Твою мать, как играть, как играть. На Штормграда тратить точно не хочется. Что могло пойти не так? Сейчас как проиграем. Где-то в параллельной вселенной последовательность верная. И действительно, от этой... Откуда он взял беса? Всего-то потратил Mind Control на беса. Вот из-за этой... И вот из-за этой маленькой ошибки, похоже, все посыпалось чуть-чуть. Шуть. Самую малость, капельку чуть-чуть. Вот это моща попёрла. Ну ладно, 3 хп, прощаю. Ну блин, некому тут сидеть-то с Татошкой. Ну ладно. Да, ладно прям. Ещё что расскажешь, ладно ему. Какая мерзость. Он так орёт, пишет человек. Потому что небольшие проблемы у меня сейчас. С лицом и со всеми делами. Не то чтобы с лицом проблемы. Сайленс нужен. А у меня сайленс, который с руки. Господи! Господи! Зато бес украл майн-контролем. Да, чё, какие штурмграды. Ладно, Тертермития придет. Вот это вот все наведет. Мы не будем размениваться. Зачем размениваться? Тут ситуация. Ситуация крайне проста. Я готов выступать! Ну-ка мне качество. Это не качество. Нет. Ха-ха-ха, бесконечность. Ну я еще живу, но так и живу некачественно. Таксисты. Грешники ко мне. Мне нечем убить. Нечем убить. Лицо. Господи, как выиграть-то? Топовый сливер, говорят. Ну не то чтобы прям сливер, но сейчас немного проблем. Бухой, говорят. Нет, не бухой, вообще не пьем. Окей. Что-то типа 19 урона. Надо подумать. Это надо. Что я хочу вытянуть, вот что мне. Тормите, выехал уже. Все плохо. Слива, говорят. Да, ты знаешь, это немного похоже. Ну, вытянул бы я кузнеца толку-то. И сексист. Да. Ты сильнее меня. Ой, ах. На этом наша замечательная, великолепная история заканчивается потихонечку. 6 побед! Ну, не то чтобы это совсем плохо, были явные ошибки, конечно. Можно себе даже 6-3 вписать в историю стримов.
Тебя можно вполне вписать в 6-3. Смотрим, что нынче дают. 6-3. Вполне себе чмоха. Не, вполне себе чо. Ой-ой-ой, понятно. Господи Иисусе, даже не... Ну какие банки? Ну как 71-х. Плохо, я недоволен. Когда голды... Голды, главное говорить. Когда голды не дали. Когда дали вот такой бустер. Ну понятно, всем надо. Редкая, нару, свет. Что у нас там по распылению? Восемьсот. Ну ладно, ждем экспеншена. Копим пыль. Немного золотых карт есть. Потасовку еще сыграть на потеху достопочтенной публики. За кого тут можно нормально потасовку сыграть? За мага, потому что она может напинковывать тенетников, или даже за друида, потому что он может их сексуально кусать. Да, наверное, за мага. У нее какие-нибудь очистки стола, наверное, завезли. Сейчас посмотрим. Go with на Картера, пишет человек. Не хочу пока, извини. Кем-то сегодня, помимо рекламы, занимался. Я кушал растяжку. Джайна! И... Джайна! Не стоило напрашиваться. И магни. Моя магия, да, магни сокрушит надо купить. Тебя. Тенетники! О, еще нестабильный портал. Вот это уже киберспортивная, хорошая, профессиональная, уверенная в себе колода, которая не боится ходить на свидание первое без нижнего белья и не с бритыми ногами. Чё? Да, насчет медива я что-то не знаю, не фанат. Я все-таки Джайна это получше. Ну, то есть вы выложили тенетника, достопочтенная, уважаемая мразь. Вы выложили тенетника, и у вас больше нет маны, но вы будете сидеть и думать, а что же мне делать следующим ходом. Понятно. Сколько тебя смотрели максимально, спрашивает человек. Там больше 5000 было. Нет, вру. Больше 4000 было. И когда дедосили, было 8000, но это немного не считается. Самую малость, самую капельку. Ой-ой, тенетники. А чё это ты не размениваешься-то? Это немного некрасиво. О, тут еще и глыбы. Чё-то как-то, по-моему, баланса в режиме-то и не завезли. Размениваемся, вылаживаем. Ясно. Тоже сойдет. Пока так играем, потом уже будут нестабильные порталы. Как ты в деку засунул так много тенетников, спрашивает человек. Это смешно или... Короче, это новый режим. Новый режим, в котором мы с тобой... Новый режим. Всего лишь новый режим. А к тебе новый терминатор. До нового терминатора мы еще... Наши руки не для... Не доползли еще наши руки до нового терминатора. Ура, тенетники. Прекратите бить лицо. Имя любимое. Ой, нет. Ура, тенетники с рывками. Заработала! Всё, ГГ! Всё, Кура! Легендар. Подкинь монетку медива или магни. Не хочу медива, за мага мало играю, только на аренах. Сегодня надонатили на магни. Ой, нет. Ну, блин, это, кстати, плохо. Достаем тенетника, бьем тенетником тенетника, чтобы достать из тенетника четвертую легендарку.
бах пах па бах па бах пах па 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 За песню войны! Что творю? Имя любимое мое! На что пыль копишь, спрашивает человек. Да ни на что не коплю, просто ни на что не трачу. Ну, как бы на следующее дополнение, когда выйдет, я парочку ему, возможно, самых... Мы, значит, все соберемся в кружок, все топовые хардстоновые господа. И будем разбираться, какая нынче... Кто нынче по масти хорош, и какая легендарка нынче у нас будет самой хорошей считаться. Так и жили. Мне не нравится мой пик, потому что... Мукла умирает просто ни о чем. Ой, да мы его зафатигуем! Да мы его не зафатиговали. Небольшой спойлер. Это зевки. Няшные. Крайне няшные зевки. Ой. Что же делать? Окей. Так, ну у нас, конечно, есть чудище, но... Просто хочу... Не тупой! Вываливал, все легендарки вываливал. Хорошо. Пацаны, я первой левой скрафтил ETC. Я конченый, спрашивает человек. Ну так, как тебе сказать? Конченым, конечно... Ну, так... говоря, не лучшая легендарка. Тем более первой. Ура! Лицо! Прошу прощения. Ура! Легендарки! Да пусть она карты-то! Мы, как порядочные ханты, всегда в лицо били. Тем более у нас еще там круш. А с крушем-то тем более. Крушем надо делать штуки. Так, это может быть айсблок, это может быть глыба. Как некрасиво нарисовано лицо на глыбе. Фу. Как красиво нарисовано Даздинга на ледяной глыбе. Ой. Так они и жили. У меня есть две пыли, два копыли. Какую легендарку сделать, спрашивает человек. Конечно же, ее. Его. Доктора Бума. А если есть Доктор Бум, то уже без. Ура, он дровает карту и дровает карту, чтобы дровать карту. И падает дверь со зви. Прошу прощения. I'm sorry. Здравствуй, путник. Ой, я смотрю, ты пошел в лицо. Ну, кстати, если у него круж, надо посчитать. Это 7, это 10. И круж. А это 18, знаете ли. А у него вполне вероятно, дорогая моя. Дорогая моя сладкая... Ой, не. Что же делать? Здравствуй. Здравствуй. Убиваем Малорна. Если там испарение. А там действительно испарение. Может быть, стоило и не Малорна. Вкладываем двух паутников. Пока так. Летал, говорят. Да не летал там, не летал. Сколько времени сидел в этой штуке?
сколько времени ты сделал? Ты что, стримил, что ли? Он со селфи-палкой, он с селфи-палкой. Посмотри, его рука держит селфи-палку. Это мразь селфи хреначит, а? Ой, нет. Не убивайте нитников, ты чё? 10 хп, не-не-не, что могло пойти? Он не знал, какой секрет. Так я же не знал, какой секрет. Надо было проверить вообще. Надо было немного... Ой. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Здравствуй, путник. Нельзя пингать, нельзя тенитников пинговать, потому что там, блин, ну ты... Все правильно сделал. Если бы ты... Вот если бы ты пинганул тенитника, ты бы, конечно, дураком был. Потому что из тенитника-то попадает круж. Ой, нет. Ну надо же. Ой. 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 Мою стену охраняет круж двумя... Ой. Что это? Кто это за звук? Кто это десантировался прям с ним? Кто это у нас такие? Ура! Ура! Нет, не сюда. Ура! Тихо, 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 тихо. Зака... Да он тоже хуже озвучен, чем оригинальный, собственно говоря. Фоказмодан! У нас появился заказмод... За попаданец у нас появился гномерганский. Пойдем. Да, друзья, это, собственно говоря, благодаря тому, что вы сегодня... Благодаря тому, что вы сегодня меня отблагодарили материально, так, может... Короче, донатили, да. Спасибо, друзья, за материальную поддержку. Я надеюсь, что... Ну да, это, конечно, разумная трата денег. Ну как бы шоу, блин, Хардстоун. Как еще в гребаном Хардстоуне развлекаться, донаторское ублюдище? Как тут? Ты куда этот интерфейс новый? Я готов. Поджать по умолчанию, да. Он готов, начинаем. Ура, у нас есть магний! Пойдем потестим. Фоказмодан! Донатить за донат зрителей нехорошо, пишет человек. Так я не на него! Я так, с карты. Магний и Гул'дан! Магний! Ух, как он из него пышет прям, ух. Ну нет, не за Казмодан, совсем не за Казмодан. Оставим вот это. Пусть думает, что я дурачок на патронах. Оллер, я не дурачок на патронах, я дурачок с контроль стримами. Там-то гномерганский, а он стальгорский. Хорошо. Хорошо. А рубашка-то не та! Фу. Зачем меня призвали? Фу. Ура, брони! Бронюня! Бронюня! Я бы даже сказал бронюня на заказ. Я что тебе, ничего не скидывал, чтобы ты покупал гифки по 500 рублей? Боже, ну да. Фудонатер пишет. Ну я же, это же развлечение, стример, ну мы ж, ну стриманы же. Эх, стриманы. Стриманы рано донатят. Нацепили разноцветных гифок. Что же с нами стало, стриман? Эх, стриманы. Пусть
где надпись спонсор скина. А, ну это общий стрим. Это общий скин. Общая заслуга. Смотрел новые серии Рика и Морти? Нет, я не настолько фанат Рика и Морти. Потом, может, посмотрим. Бездна, эй, хочешь немного бездны, эй, какая бездна, сюда. Господи, такое остроумное, аж тошно, пойдем копать Арстоцку, аж тошно. Я не знаю, какой 18-й ранг, я же ничего не умею. Чё за карта? Легендарок набрал, думает, играть умеет. Блин. Чё это за мидрейдж в Орлоке на демонах? Какая мерзость. Фу. Давай, тут настакаем полтора армора и будем сидеть, как сычи. Не, мне Рик и Морти норм. Но просто у них уже в первом сезоне были как бы ни о чемной серии. Посмотрим второй сезон. Ура, армор! Ура! Че, прям в лицо, что ли, бить? Контроль воин, который бил в лицо. Что же с ним стало потом? Ура! Нет, это активатор для Громаша. Нет. Ну, в общем, да, нужно реплики тестить. О! Привет! О! Привет! Ну да. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно. Благодарю. Спасибо. Вот как ты звучишь. Выкладываем Таурисона, потому что император, тракторист всегда... Император с тракторист всегда. А больше нельзя, больше... То есть я потратил я даже не 500 рублей потратил. Я так, по-небратски абсолютно, как мразь. Я потратил 5 хат. Да какие 4 беса, сынок, ты что? Я 5 хат, и мне нельзя спамить реплика? И мне нельзя спамить репликами. Вы же там обвонарили, блин. Я умный. И я вам сейчас это докажу. Можно играть умно, а можно выкладывать доктора Бума. Да, доктор Бум против полного поля чертей отлично заходит. Что-то пошло не так. Вот и пошло не так. Ха-ха! Ну да, норм вообще. Почувствуй ярость горы. Ну блин! Слушай, он это абсолютно безэмоционально говорит. Почувствуй ярость горы. Почувствуй. Примерно вот так. Почувствуй ярость горы. Что, гора? Я гора. Я жил в горе, а теперь я доблестный воин гном. Почувствуй ярость горы. Мне жаль. Да какой тебе жаль? Ты думаешь, что ты выиграл? Горош! Ты не даст... Тихо. Только не молгай. Окей. Ты сгоришь, он раньше так не говорил? Да не помню. Почувствуй ярость. Оберин почувствовал. Шутка не для всех. Солнечное копье. Если бы меня звали Солнечное копье, я бы не размахивал им повсюду. Так, мой Гидон немного умер. На этом раз еще и похилялась. Ну мы отбрехались кое-как от его агрессии. В этом, конечно, естественно.
Тут только один нормальный плей. Я бы и рад, но хорош. Но мы как бы воинское наше племя, мы тут подсидеть пытаемся Громаша, чтобы он не был следующим героем-воином. Мы его сливаем просто. Третий самолет, говорят, будет лететь третий самолет. Там же, где два первых были панафриканских летели, малазийских Боинга. И мы ему туда купили билет. Чё это ты там натопдычил-то, а? Тифон! Да в этой колоде нет, сифонов никогда не было. Ой, нет. Ой, ты что, меня убьёшь, что ли? Фейс! А теперь можно и посмотреть, как он набирает армор. Богоподобный молоток. Ну, блин, клёво, да. Мне так жаль, дружище. Здравствуй, путник. Мне так жаль, дружище. Да. Ты не Малганис. Ты дурак. Ты... Ну, когда человек дурак... Не, у меня, кстати, нету комбы сильваной потасовки, потому что... Окей... Нет, Огры не рулит, я вас попрошу. А, я, кстати... Что я творю-то? Не, ну тут летало нет. Я мог два раза ударить, собственно говоря, щитом. А, я и могу до сих пор два раза ударить щитом. Нет, не могу два раза. Да, могу два раза ударить щитом. Умный! Я на 17-м ранге! И я вечен. Друзья, потихонечку на этом сегодня будем закругляться. Магний полное дерьмо. 500 рублей Близзарды торчат мне теперь. Воруй Малганисы, говорят. Нет. Все нормально. Да, я, блин, говорю, друзья, спасибо. Меня там все называют тупым и обзываются. Как обычно, Twitch аудитория во всей своей... Всем спасибо, кто меня сегодня смотрел, донатил, подписывался от души. Спасибо. Надеюсь, я вас тоже сегодня развлек. Приятного конца рабочей недели, остатка и выходных. Вернусь как-нибудь на днях. Всем пока и приятного вечера. Муа. Привет! Какой подписчик? Мы ж закончили! Нет, не закончили, потому что второй месяц подряд Бортмеханикс. Бортмеханик, ну раз подписчик, значит еще 7 часов стримим. Спасибо за подписку. Все, ушел. Муа.